Доброе утро всем любителям Доты, тем, кто успел уже проснуться, прийти в себя и подключиться к просмотру eSports Battle, конечно же, на этой неделе, по крайней мере, с начала первого его дивизиона, после пристального наблюдения за вторым на неделе предыдущей, и команды у нас Blades против Darkos Prodigy будут стартовать сегодняшний игровой день. Как обычно, формат, две серии Best of 3 на нашем стриме. Во второй из них будет участвовать победитель пары, которая у нас на экранах, против победитель пары, которая будет в рамках стрима под номером 2 сражаться между собой. Ой, время раннее, Dota, которая призвана привести нас в себя. Я надеюсь, меня в том числе и вас, конечно же, господа. Лишним оно никогда не будет. Так, Тини, Брюмастер, Войд и Клокверк оказываются в бане с первой же стадии. И появляется... Вот я думал, что изменится что-то. Или будет точно так же, вот пока наблюдали за вторым сезоном. За вторым дивизионом. По итогу, получается, нет. Как был Феникс ферстпиком, так и остался. И, конечно, мгновенно против него выбирается Снэпфайр. Сразу же разбивать яйцо хотелось бы ей. Так, под Феникса, я помню, любили сразу в то время. То время, это если что, две недели назад, получается, или даже меньше. Ну, нет, просто вот неделю предыдущую как бы пропустить. И, ну, да, что-то вроде двух недель. Любили после Феникса сразу какого-нибудь даже Кора себе добрать, не стесняясь. Но как-то это немножко ушла мета. О, а вот Санкинг. Почему бы нет? Всегда рабочий паренек. Уже получается и комбинация на тимфайт какая-никакая, и линия вполне симпатичная тоже. Спектрой! Отвечают в первой стадии Darkos Prodigy, ну вот он. И кор, который сразу. Все-таки от этого мы не убежали никуда. Спектра настолько рано, это интересно, Спектра. Вторым пиком это что-то по OG-шному, я бы сказал. Ну, если... То, в принципе, почему бы нет? Ну, может, конечно... А кто ее контрит так прям сильно из коров? Вот я просто не представляю. Ее могут пойти рано задавить, я помню, там... условные Бристл Бэй, Килон Друиды хорошо с этим справлялись. Но в остальном... Ну, и то не факт, что получится. В остальном, конечно, непросто. Да, такая универсальная штуковина это Спектра. Марфа, наверное, подбанить тоже, чтобы там как-то не заовервелмили вас, не убили на 20-й минуте через Этериал там и прокасты вот этих вот от саппорта в том числе. Ну, линия будет уже не самая простая, но всегда можно будет себе какую-нибудь пятерочку тут еще найти, добрать.
Так, тролля и Террорблейда уже не будет, да. Ну, понятно, понятно, в принципе, как здесь планируют действовать Darkest Prodigy. Взяли Спектру, баним крутых больших коров. Чтобы она могла там просто единолично бегать и разруливать. Так, призадумались над баном. Думаю, это еще ликора убрать или... Или, может быть, дело не в этом? Может, и совсем не в этом. Ну, Сандерлорд. Ну, наверное, как один из вариантов героев, который... Идет и давит. Идет и ломает тебе вышки. Ну, и не только, да, не будем забывать... Есть такая интересная механика, как Спектра нажимает ультимейт, Андерлорд нажимает ультимейт в ответ, и Хаунт вы доджите, улетаете, возвращаетесь, деретесь снова, только уже без ультимейта Спектры. Висп. Вот кого-кого, кстати, этого товарища здесь я не мог ожидать на третий пик. Тем более, если это Снэпфайр, Висп, пара саппортов, то есть это действительно получается Висп для Спектры, не для кого иного. И Слардар на сложную линию возникает. Ну, Слардар — это товарищ универсальный. Слардар разваливатель на своем коридоре известный. Со Снэпфайр на пару он это делает как нельзя лучше. Там вот пару героев такие... Таких... А-ля Снэпфайр, Гримстроук. С ними вместе Слардар знает, что делать. Фантомлансер появляется. Ну, это вариант. Это и на Виспа набегать возможность, это, опять же, и Спектру как-то, возможно, даже в более поздней игре прикрыть. Единственное, что на линии против Сларда придется совсем непросто. И если добрать еще контроля какого-нибудь, то вполне можно здесь будет увидеть, я думаю, как бабуля просто с ультимейта этого снэпфайта, этого фантомлансера снесет в тимфайте. Кстати, вопрос... Ну, контроль, наверное, я не знаю. Я не уверен, что будет появляться это на мид осталось. Условный там кто есть на мид с контролем. Это Шторм Спирит, например, да? Но он, правда, в арену попадет или в подкоп Сент-Кинга, и может уже оттуда и не выйти. Ей есть такой у него недостаточек. Хотя, в принципе, конечно, неплохо. Квапа обычно очень активно заезжала, я помню, почти в любые драфты. Вообще никто ее не стеснялся брать. Там уже начинали как и на вторые какие-нибудь пики, третьи, потому что она просто в бан уезжала попозже. Так и на закрывающие 100% всегда была возможностью. Лешрака подбанили, не контроль, ну да, альтернативный такой вариант, который бежит и фантомлансера выжигает. Тоже очень хорошо, очень известно работает. Кстати, Last Pick, между прочим, у Darkest Prodigy, в принципе, они чем угодно еще закрыть могут, на самом деле, вплоть до Алхимика, если честно. Вот вроде бы Спектра есть, но действительно, да, в мид все, что угодно, вплоть даже до Алхимика может здесь появляться. У Блейдс, ну, что-то более универсальное. Вот у них как раз под тимфайт просто, где там прыгнет Сен Кинг, прыгнет Марс. И еще какой-нибудь герой, который в это вот все
подойдет в качестве подкрепления. Ну, кстати, вот тот же самый Шторм или Квапа. Думаю, что им нет надобности выдумывать больше, чем это. Драгонайт там, например, какой-нибудь. Тоже рабочий, в принципе. Ну, вообще, может быть и Драгонайт. Я думаю, с меньшей вероятностью, но может быть. Вайпер в бане. Вайпер в бане. Ну, это Шадоуфинд. Да, да. Ну, ни капли не хуже тоже. Герой, который быстро набирает уровень, быстро набирает артефакты свои, ведет игру за собой. Там Фантом Лансер подключится, есть СФ, который дерется, который со шмотками, который идет пушить вышки. Опять же, у него вот Марс и Кинг, все вот это вот в качестве подмоги есть. Тимфайт уже сильный вырисовывается здесь. С СФом в том числе. Это, в принципе, та же самая комбинация почти как с Дарк Виллоу с Террорайзом, где герои в арене Марса бегут и стучатся об стенки. Вот то же самое, только с ультимейтом СФ вполне тоже работает. Так, это Тинкер появляется. Тинкер. Ну, против Фантом Лансера с Аганимом, да. Как бы работает вот этот лазер по всем иллюзиям, это известная штука. В остальном, не знаю, честно говоря, мне так видится, что его здесь ловить будут. И вообще, Тинкер, Спектра, Висп как-то очень жадновато. Ух, не знаю. Darkest Prodigy, если там еще и SF появится вдруг магический с каким-нибудь быстрым юльчиком с травелами. Очень плохо будет этому Тинкеру. Мне тяжело представить, как он здесь побеждает вместе со Спектрой. Но для этого мы и собрались, чтобы не представлять, не гадать на кофейной гуще, а смотреть на доту и, собственно говоря, собственными глазами лицезреть, как именно подобные вещи происходят. Ну, либо же не происходят. Так, стартуем мы. Первый матч сегодняшнего дня. Esports Battle, первый дивизион. Blades против Darkos. Хотите, давайте по героям, по игрокам разберемся. Все-таки постоянно команды шафлятся. Надо бы нам знать, кто нынче в деле. Так, на Сент-Кинге у нас будет играть Макарец. Он же Макарец, он же... Ладно, просто не знаю, как правильно на самом деле. Ну, суть вы поняли. Так, Ракузан будет Фениксом, позиции 4. Панда на SF в миде, что-то такое мы уже видели. Fortnite Man, это Марс. Кстати, Fortnite Man на Марсе, мне кажется, я тоже припоминаю, причем уже даже неоднократно. На моих глазах он этим героем исполнял, вроде как вполне успешно. SUSI SVSTI — это Фантом Лансер. С обратной же стороны Альберт. Оффлейнер Слардер. О, Альберт крутой. Я помню, Альберт очень мощный оффлейнер. Ну, это мое личное мнение, но я считаю, что он прям бомба, прям пушечка. Декаденс — это будет четверка Висп. Кстати говоря, четверка Висп. Он не идет туда, он... Ага, это не Снэпфайр со Слардером. Это будет со Слардером Виспецкий. Ну, ладненько, пусть будет так. Может, еще поменяются, но посмотрим. Орк Воркер в миде на Тинкере. Команданте будет исполнять на Снэпфайр. И Спектра от... от черточек. Вот. Будет так. Меньше, чем больше, чем... больше, чем меньше, чем... Какой нам дельный совет как раз под данный матч. Так, что там, завардить, куда-то побежать еще не успели, ничего, только да, вот занимаются этим вопросом. По рункам, с Гуцербьюком Марс. Так, слышал я, где-то вардики падали. Один в миде и противоположный в миде. Отводы никто банить не пытается. Хотя у Сан-Кинга, кстати, еще опс остался. Тут Спектра контролирует этот момент, но в целом
Вардик как бы есть. Другой вопрос, что банить кэмп попсом, наверное, не очень хотелось бы. Так, тут рунку забирают спокойно. Здесь Лардер Висп, тоже еда и под Снэпфайр. Никто к ним подходить не хотел бы. Так, эта линия будет... Какая? Это будет Феникс... Пятерка, между прочим, да. Это 4 Сент-Кинги, я вот только сейчас обратил внимание, там же все-таки действительно... Не успел я проснуться, не успел посмотреть, что герои тут позиции приобретали по ходу драфта свои, для себя новое, не самое привычное. Хотя в целом рабочее, безусловно. Это Феникс пятерочка будет сейвить здесь ПЛ, она легкой пытаться. Ну, кстати, Феникс против Слардера. Наверное, в теории это должен быть один из лучших. Но вот с точки зрения банально, ему там удары нужно набивать своим башиком. А ты как бы, ну, делаешь так, что удары не бьются. Там, дай бог, крипа добить, не говоря о том, чтобы постоянно ходить еще и харасить противника. Там, наверное, до этого просто руки не доходят у Слардера с его трезубцем. Руки, плавники, там, жабры, что бы то ни было. Утренние паузы. Пока игроки еще сами приходят в себя, не только мы с вами. Надо понимать, тут 8:30 как бы для всех. Не только лишь... самой трансляции. Вардик поставил, но Вардиком не банил здесь ничего. Снэпфайр прилетает тоже с апсом. И тоже не банит, кстати. А видел он это? По идее, не должен был. Но это, кстати, не точно. Нет, ладно, что-то видел. Что-то довидел. Так, на центре встречаются панда на SF. Кстати, SF наконец-таки с Кайлами. А то наблюдали мы последнее время... Всех через пассивочку, да через пассивочку. Не то, чтобы это прям обязательно плохо, но как-то вот привычная мета была, да, где люди делали именно вот таким вот образом на линии. Сент-Кинг выводом крипов занимается сразу же. Марс там с двойной пачкой подпушивает. Ну, под вышкой спектра, в принципе. Спектра будет фармить. Сент-Кинг Марс такие. Не очень приятные, конечно, противники на линии. Ну, глобально ничего страшного. Будут стоять, будут фармить они здесь с Снэпфайр. Все будет окей. Другой вопрос то, что Марс тоже будет отфармленный. И полагаю, Сент-Кинг будет достаточно рано отбегать в лес на троечку и заниматься здесь какими-нибудь стаками. Вот это вот было бы прям супер ожидаемо увидеть. Так, Phantom Lancer держит оборону. Phantom Lancer бьет крипов. А большего мне и не надо, как говорится, в его положении этом. Ой, там SF за Тинкером гонится, куда поле... А что он тут делал? Хотя... Хотелось бы. Наверное, пытался СФа убивать, и не совсем это получилось. Там Снэпфайр разбивается. Кинг, кстати. Снэпфайр-то, между прочим, с ботиночком. Блин, секунду. То есть, я правильно понял, сейчас СФ убил Тинкера на First Blood. Один на один на миде. Это какая-то катастрофа, наверное, для Орк-Воркера в этом моменте уже. Будет по крипам, по уровню проседать неизбежно после такого момента. Придет Сент-Кинг, там разочек лишний убьет. Вот, кстати, выдвигается Макарец уже прямо сейчас, но тут Вардик есть. Ну, можно попытаться зато этот момент прочувствовать насчет Вижена и, например, прийти еще раз, но прийти уже с центрячком и просто-напросто сбить Вард. Еще и ракеткой показывает Орк-Воркер, что прям, ну, точно здесь есть Вард. Точно ты, братик, на Сент-Кинге отсюда просто уходи, уходи. Простоял, кстати, без толку, мог бы стак сделать хотя бы по дороге. Ну, ладно, приоритеты другие. Это, в общем-то, понятно. See you later, nerds.
Ой-ой-ой-ой-ой, Слартер заплывает под вышку, добивает Феникса. Кстати, ПЛ-чик-то... Ну ладно, с допелем уйдет. Да, я буду время от времени фраги пропускать. Вы на меня не серчайте, господа. Я только проснулся, в принципе, сам. Как и игроки, как, я думаю, и большинство из вас. Ну, конечно, часовые поясы у всех бывают самые разные, но... Так или иначе, после выходных прийти, первая карта, еще и не пропускать ферстблады. Нет, кстати, ферстблад не пропусти. Да, ферстблад был у нас на экранах. Это правда. На рунку везет СФУ. Параллельную контролировал Сен Кинг. То есть в любом случае она бы здесь Радиант доставалась. Но панда на миде беды здесь не знает. Оркворкеру явно менее приятно против него стоять. Блин, вот Макарец вроде... А, ну он с центриком пришел. С центриком можно. Хотя бы просто, да, вот так его поставить, вардик сбить. Ну вот она плюс денежка, вот... Плюс небольшая, но приятность все же для СФа. Команданте попадают по нему копьем Фортнайтмен, но деревья были разрушены. И получается, что не получается здесь убить. Фантом Лансер. Это не погоня, это баунти руна. Получает баш, не забирает руну. А здесь Сен Кинг, вот оно в чем дело. На виспа докапываются. А там просто тизер на крипа. Тут так просто. А Сен Кинг на самом деле в подобных выходах теряет, ну, очень много. Чё-то мне казалось, что вот когда это будет четверка Сен Кинг, так убивает Спектру. Панда то... Ну да, пригвоздить особо не к чему было, кроме вышки разве что. Позиция неудачная, чтобы Кайла выдать 3. Двумя там не убить. Вот, Сен Кинг, что-то мне так представлялось, когда я увидел, что это будет четверка, что он где-то будет стаки бегать рано, делать на троечке, пока там один постоит Марс, он может себе это позволить. И выносить себе блинк, быть таким вот, считайте, дополнительным корчиком. По итогу, конечно, не совсем, но хотя бы здесь убийство получается. Правда, сам за это погибнет тоже. Альберт, ну, со станчиком, да, разбирается. Фортнайтмен, он же Миша Камень. Потерпает от Спектры. И похоже, что в один конец. Летально. Спектра с Медасиком будет. Ну, умер Марс, зато Сен Кинг пофармит. Это уже какой-то плюс. Он не настолько беден. Справедливости ради. У него Транквилос целый есть. Вот после этой пачки вообще приятно все будет. Так, кстати, на Нетворс можем переключиться, но я посмотрю сначала за тем, как СФ пойдет искать здесь тинкеровские стаки. А их нет. Но просто-напросто зафармит, например, лесочек, чтобы тинкер сюда и на этот минимум тоже прийти не мог. Так, Нетворсы. СФ обогнал Тинкера практически на 1000. Спектра и Фантом Лансер все в порядке, у них нормально себя чувствуют. Ой, ну что, куда это уберите? Я хочу смотреть сюда, на табличечку. Бедная очень Снэпфайр, в остальном все понятно. Так. Так, поехали. Я не участвую, это мне нельзя. Выберите свободный стул. Я уже выбрал, я вот на нем сижу сейчас, прям комментирую. Альберт. 4 уровня и Декаденс. Абсолютно в аналогичном положении. Ну, их отсюда не прогонишь особо. Феникс. Полет. Будет? Не будет? Улетел, но одна тычка оставалась. Можно было и... Побезопаснее как-то попытаться сыграть в этом моменте. Сен Кинг там. Выход на Снэпфайр. Не на Тинкера. Там даже погоня такая была длительная, я так понимаю, за команданты. Но убить не получилось. А вот можно пойти дальше, например, через секунду еще подкоп. Но под маршами уже совсем не хотелось бы. Мало того, что вышка, еще и марши 3 уровня. Это явно не то, под что ты хотел бы идти.
СФ-чик, нарандомить себе руну. Опа, это уже было. Такой эпизод мы уже видели. Пэлу немножко неудобно здесь, но крипы фармятся, ни одной смерти нет. Даже более того, есть один ассист. Так что, в принципе, все достаточно ровненько. Снэпфайр, как дела по уровню? Только лишь третий. Избивают спектру с ареной под вышкой здесь. А, пытается она еще уйти. И получается у нее это сделать, а вот у Сэнкинга не особенно. Ну, плотный герой. Как-никак, вот так вот взять его под вышкой. 1000 здоровья по The Magic Wand, это нелегко. СФ погони тут полез. На нижнюю линию, я так понимаю, прилет. А, нет, нет, нет. Это Марса убили, ничего себе. Не ожидал. СФ с ультимейтом, СФ гоняется за Тинкером, не дает ему покоя. Вроде Вижена тут много дайровского, вот вард 1, вард 2, но панда все равно своего противника ущемляет очень серьезно. 1500 преимущества по нетворсу между ними двумя. Так и в принципе Тинкеру не позволяет разгоняться, не позволяет даже тревела добрать на самом деле. 600 золотых у Тинкера, а 9-я минута, 10-я практически, это очень бедный мидер получается. И тревела будут гиперпоздними. У СФа уже появится Юл к этому моменту, а может быть даже раньше. Спектра передумала забирать руну. Как и крипов добивать. Понял, что там генч-отряд может выдвигаться серьезный. Была права в этом абсолютно. Здесь есть Сэн Кинг, есть Марс с ареной. У Феникса, кстати говоря... Уже шестой, у Феникса все здорово, Сэн Кинг немножко поменьше, наверное. А книжечка еще не была? Не была? Не была? Не была? Книжечку себе, я так понимаю, Сэн Кинг как раз и везет. Да-да-да-да-да-да-да. Шестой получит почти сразу же. Пару крипов там надо будет, и можно будет пойти с эпицентра кого-нибудь под ту же самую арену марсовскую затрусить. Так, ну что еще более страшно? На 10-й минуте СФ удалетает Юл. И хоть сейчас на этого Тинкера иди врывайся, разве что под вышку не хочется это делать. Релокейт, Слардер с виспом, под комп, по троим гениальный, просто уйти. Да, видно СФ, но это не важно. На ноге уйдет и все. А вот теперь, когда релокейт заканчивается... Вот на команданта уже можно и налететь всей командой. А вот он оркворкер без тревелов. Ой, висп здесь не помощник, честно говоря. Макарец, нет подкопа, он в кулдауне. Ну да ладно. Без суперновы не пропадут. А вот вышки уже все-таки не будет. Вышку снесли, это прекрасно. Смоук мгновенно. Все-таки СФ с Юльчиком, надо понимать. Вот он Тинкер, сбиваем телепорт. И даже без ультимейта можно с легкостью обойтись. Да, Оркворкер потерпает здесь как только может, на самом деле. Убила Спектра параллельно вместе со Снэпфайр. Марса как-то не первый раз уже ошибается Фортнайтмен в таких моментах. СФ на Юльчике забегает. Можно опять же даже Реквием не раскастовывать, есть Сэнд Кинг. Но вот он Сноубол сейчас покатится. Покатится он по головам. По головам команды Даркос. И придется им прям ну супер нелегко на самом деле. Хотя, кстати, есть Блинк уже на Селюдочи. Ого, топ-2 нетворс после СФа. Однако его избивают. Декаденс, релокейта не будет, маны у него нет. Маны нет даже на тизера, хотя будет через пару секунд. Можно попытаться еще на крипов уйти, но есть подкопчик. И взрывают, взрывают просто СФ. Лишают каких-либо хотя бы последних возможностей.
На Марсе до блинка еще. Деньжат немножко дофармить нужно, на рыбе он уже в наличии, но как-то пока командно собираться вместе что-то реализовывать здесь у Darkus не особо получается, ну и вообще не в курсе, как они это будут делать там с травелами на Тинкере, ладно. Нападают где-то через релокейт, Слардер, да, туда же залетает Спектра, туда же Тинкер на травелах, ну... Может быть, но драться чем? Так, ладно, есть хаунд, вот посмотрим. Стоит Супернова, арена по четверым, все еще живет Фортнайтмен, какое же количество урона. И Сэндкинг, эпицентром по всем. Подкоп через 2 секунды будет, Феникс все еще здесь. Это даже без СФа. Вы понимаете, три героя развалили троих, и Слардер вон еле отсюда хвост свой волочит. Погиб один Марс. Это даже без Фантом Лансера, это без СФ от 12 уровня с блинком Юлом. Просто нажали свои ультимейты Марс, Феникс и Сан Кинг. 5000 преимущества. Ну вот начинается этот самый момент, где особенно нечем играть. Особенно нечем драться Darkus на такой стадии. И Блейдс их будут просто постепенно выносить драка за дракой. Пока Фантом Лансер фармит. Пока Фантом Лансер превосходит Спектру по деньгам. СФчик. Ой, если увидит Спектру, все, можно похороны. Можно ее отпевать уже. Хотя ультимейт отменил, да, в позиции не самой удачной оказался. Но здесь же Фортнайтмен, пару кайлов. Очень своевременно перетянулась команда. Никаких шансов здесь не оставляют кэрри команды Darkus. Так, если вылетает цеплять дальше, это будет Слардер. Вот он, наконец-то, ультимейт. Ага, по релокейтам, да-да-да. Альберта тут ваншотят. Релокейт не особо поможет. Ракузан. Нападение на команданте. Копье будет. Санрей жжет. Марс тоже жжет в ударе. У Тинкера есть тревела, но это только лишь тревела, а речь идет, надо понимать, господа, о 15-й минуте. То есть ни блинка, ничего, вот она арена на Оркворкера, деревья сбриты, вау, а как он так выбросил, что? Что вообще произошло? Типа он... Ладно, Слардер убивает Марса, Ракузан с ультимейтом, можно подраться, у Сепарейка ума нет. Но есть Сэнд Кинг с эпицентром по Виспу, Раскайловочка туда же, погибает Макарец, погибает СФ, нет. СФ не погибает, но Феникс, да ой, это провальная драка. Это плохая драка. Так а чё с Тинкером случилось? То есть, я правильно понял, что его, когда он находился в арене, подкопал Сэнд Кинг... И в момент, когда он подпрыгнул на Барроу-страйке, в него залетело копье Марса, и он как бы находился в воздухе, и поэтому он вылетел из арены, а не пригвоздился к ней. Чё? Типа так это было? Жесть какая-то. Вот это невезуха на самом деле, серьезная. Ракузан, башиком сбивают ему полет. Да, вот и перехватывается инициатива потихонечку уже Darkus. На самом деле такого быть не должно. Ну, либо можно допустить, но очень временно, потому что все еще герои значительно сильнее, все еще по нетворсу перевес. Блейдс обязаны смотреться солиднее, чем свой оппонент в этом моменте. Оп, допрыгивает СФ, Юльчик. И под Аркан Руной Реквиум, бам, минус Оркворкер. Есть Спектра, есть Релокейт. Правда, уйти будет отсюда тяжело, Панди. Ну, еще и телепорт от Снэпфайр. Да, СФ будет наказан. Причем, это мега-киллстрик. Это 558 золотых. Если еще ответных фрагов не получится здесь сделать, конечно, будет неприятно. Сбивают, конечно же, телепорт Спектре. Никуда она не упрыгивает. Погибает Кэрри. Погибает Команданте. Ну, остальные уже на релокейте вернулись на нижний коридор. С диффузиком ПЛ. Никто ему не мешает прямо сейчас бежать драться. Кстати, у Спектры по шмоткам-то. Адмит Рэдиенс!
Блин, ну ты и так с Тинкером играешь, еще и Рединс покупать. Ну, ладно. Может, к 24-й он появится, к 23-й минуте. Что совсем неутешительно, если честно. Слартер с Виспом выехали. Но только лишь на крипов. Эссенс Ринг на Виспе. Больше, как прежде, он не работает, конечно, и на своего тиммейта тоже. Просто не распространяется. Что не считается лечением отныне. Но, в любом случае, артефакт хороший. И герою, которого пытаются бёрстить постоянно, первым в драке убивать, Эссенс Ринг никогда не помешает. Слардер близится к БКБшке, но это еще 1000. А вот драка вполне может завязаться уже прямо сейчас, через 2 секунды. Арена у Марса появляется, уже появилась. И, например, команданты можно взорвать вообще почти моментально. Правда, почему-то позволили прыгнуть Слардеру. Ну ладно, есть Сенкинг, Эпицентр, Труси, подкоп по двоим. Это все в арене происходит под Суперновой. Ну, грамотно, аккуратно, все скиллы как нужно прожали. Правильные последовательности. Вот они и минус 3. Вот это 11к. И Сефи уже выезжает здесь на огромном спиде с травелами, с Юльчиком. За спектрой. Блинк. Реквием. Три Кайла. Не убивает. Ну ладно, да, просто уйдет с телепорта спектра. Зато параллельно умер Тинкер. Зато параллельно уже падает Тир 2. Постепенно СФ всегда сможет на травелишках подлететь. Кстати, Гроув Бау для магического СФа упал, это вообще просто супер. По карте перемещается с какой-то сумасшедшей скоростью. Мэджик урона сумасшедшее количество, опять же, спектра на Фортнайтмена благополучно. Ну, спектре удается еще что-то на карте находить. 3-3-7 счет, будет Сакрат сейчас, Сент-Кинг. Закопался в Снэпфайр, правда, по-моему, жалеет уже об этом. Слардер на горе, но драться здесь никто не будет. Ну, уйти стоит. Пофармить ПЛ-чику, пофармить СФ у БКБшку. Ну, с появлением этих артефактов будет уже другое дело. Феникс прям в центрик поставил здесь вард свеженький. Неприятно. Тинкер, 21-я минута, вы только вдумайтесь, 21-я, а он все еще без блинка после тревелов. Это Тинкер, который идет по нетворсу 5-м с конца. Вот что значит отдать ферстблад СФу, ну и дальше все, отдать полностью ситуацию на миде в его руки. Там 4-я минута, СФ находит руну, минута там 6-7, СФ бегает и чистит твой лес, где ты должен фармить на троечке. Ну, не на треугольнике, то есть, а вот... В этой вот зоне СФ ходит и забирает все кемпы здесь. Полностью, типа, ситуацию контролируют. Туда же ходит Сенкинг постоянно на мид, и ты не можешь особо двинуться. Вот, отдал First Blood СФу 1 на 1, пожинай плоды, пожалуйста, сейчас на Тинкере. Насколько все действительно здесь эффектом бабочки работает. Фортнайтмен рискует в очередной раз подставиться. Я более того не удивлюсь, если это произойдет. Как-то полюбил это дело. Офлейнер Блейдс. 6 смертей уже себе успел наклядовать в этой игре. При 14 общекомандных. ПЛ со Скади. На 22-й минуте ПЛ со Скади? Ого, какая жесть. Это, кстати, не просто статы приятные. Это надо понимать же еще и уменьшение лечения против Виспа. По той же самой спектре вгрызаться, не позволять этого героя захилить. Ну, как и любого другого. Там очень серьезное рациональное зерно лежит. Даже если для фарма эта шмотка не самая быстрая, то у нее есть дополнительное применение. Которая все, можно сказать, компенсирует. Альберт с БКБшкой может напасть в любой момент, но на ПЛчика
Не особо хотелось бы понимать, что у него за спиной вся команда, скорее всего. Даже не скорее всего, а точно. При любых других обстоятельствах он бы себя так вести не стал. А тут смоке трое на команданте. Определенно прыгнут, он здесь выживать не будет. Подкоп, супернова, сюда же арена Марса. Супернова нет, еще не ставится. Декаденса, да, грызают. Фортнайтмен еле жив. Сэнд Кинг разваливает спектру. Прокастом магическим. Слардер оказывается в стане. Можно попытаться его добить. Параллельно раскастовывается СФ. А что он там делал? Он убивал с ультимейта Тинкера. У него это получилось. И все живы. Ультракилл для ПЛа. Байбек от Виспа. Умер только один Марс. Декаденсу банально уже не на что прицепиться. И это Рэмпейдж. От Фантом Лансера на 24-й минуте. Вот. Да, ПЛ парень такой, который и в гиперлейте может спектру победить, хотя там неоднозначно. А может и просто пойти ее задавить. Ну, то, о чем речь шла на стадии драфта, про Даркос. Очень жадные герои. Никто не покупает пайп. Драться они близко не способны против этого всего. Кстати, про пайп это важно тоже, да, Слардер с БКБшкой. Окей, неплохо. Он ее включил, он пошел драться в тимфайте и убил одного Марса с руки. А там же есть еще куча героев. А команда у тебя не боеспособна. А ты как бы единоличник без аур. Ну, герой такой, то есть это как бы не к нему претензия, это герой такой. И Спектра, Тинкер, сколько же им нужно фармить, чтобы они способны были всех убить? Тут как бы у Спектры только Radiance на 25-й после Мидаса. А ибо иметь по-хорошему уже Худ, Яшу, а может быть даже Мотостайл. Фортнайтмен впитывает в себя урон. Много, но недолго, как известно. Но вряд ли захотят его тиммейты сражаться после такого. ПЛ, кстати, Сильвер себе хочет взять. Еще и пассивочки Спектре выключать, помимо уменьшения хила и регена. Да, нещадно здесь пакуется ПЛ, конкретно против Спектры. Мне это, безусловно, нравится. Тут, между прочим, забег. Какого еще не было. На Фантом Лансера, навалились, побили иллюзию и убегаем. Убегать, причем, нужно очень активно. Тут погоня, очевидно, будет в виде Сэн Кинга, СФа, замедляет Феникс, держит всех на себе. Альберт заезжает на банду, тот БКБшки не позволяет банде раскастовать свой ультимейт. Вау, ничего себе, еще и урон там нехилый заезжает, надо понимать. Правда, отталкивают здесь все-таки Слардера, он погибнет параллельно. Тинкера оставили в покое, а вот всю остальную команду, включая Спектру, с хаунта прилетевшую нет. Так, фантлонтер дисконнектится. Это все? Это что, ГГ? Это ГГ! Действительно, это так. Закончили мы наблюдение за первой картой. Молниеносная победа от Blades. Браво, красиво, все. Больше отдал бы здесь, честно говоря, кредитов в эту победу именно драфту, не самому удачному от Darkos. Но, так или иначе, это только лишь первая карта. Возможность пересобраться у них еще будет. Давайте посмотрим, получится ли это после паузы небольшой музыкальной.
И снова привет и снова здравствуйте тем, кто смотрит нас с самого начала. И привет также тем, кто только подключился или только планирует постепенно подключаться. Утро раннее, дота, соответственно, такая же. И самое главное, что быстрая она, и этому мы не можем не радоваться. Darkest, Prodigy против Blades, первый дивизион и Sports Battle. Вторая карта. Blades разнесли, без преувеличения, своего соперника на первой. Ну, драфты тому закономерно предшествовали. Закончилось все действительно в одну калитку, как и, так скажем, ожидалось. Как оно будет на второй карте, непонятно. Возможно, возьмут реванш. В принципе, учитывая то, что игра первая прошла так быстро. Я не против трех карт. Три карты — это замечательно. Надеюсь, вы тоже. Так, что у нас здесь? У нас Doom и Mars на этот раз в бане, оказывается, вместо Войда. Или там был Clockwork, я, честно говоря, уже точно не помню. Tiny Wisp в бане точно так же. Феникс опять. Для Blades опять, скорее всего, для Ракузана на пятерочку. Хотя, конечно, может быть всякое. Но появляется Faceless Void. Darkest Prodigy пробрался он в пике, что бывает. Хотя не то чтобы редко, на самом деле достаточно. Достаточно часто. Это Дизраптор вторым пиком. Кстати, против Феникса уже крайне здорово. Как на линию, так и там продлить, например, комбинацию с хроносферой. Вернее, превратить просто обычную хроносферу в комбинацию за счет своего ультимейта вместе с Кинетик Филдом. Тоже неплохо. Веномансер появляется к Фениксу. Теперь это уже похоже на оффлейн. Теперь это уже пахнет Фениксом четверкой, который с Веномансером будет вместе стоять и душить Войда. Кстати, очень рабочая стратегия. Дизраптор им особо сильно не противник. Одному Фениксу, если он там с кем-то не супер давящим героем, да, конечно, он его глимпсанет и его изобьют. В случае с Веномом, конечно, поинтереснее ситуация. Войд, который не может толком нормально захилиться против этих двух героев, которые периодическим уроном обладают лишь. Нага оказывается в бане. Опять же, чтобы в хроносферу не контрило здесь, ну и не комбинировали, например, с тем же самым ультимейтом Феникса. Такое, мы знаем, тоже бывает. Там нажать нужно все очень грамотно. Но в целом можно. Можно. Так, инвокера не допускают. Ну, после Войда сразу же это, в принципе, понятно. Катаклизм получать никто не хочет в хроно. Лина тоже минус. Спектру запрещают в очередной раз, как один из тех кэрри, которые не особо погибают под хроносферой, это во-первых, ну и во-вторых, действительно, тимфайт, в котором все горят под ультимейтом Веномансера, где стоит супернова, там Феникс душит одного за другим, и еще и спектра на ультимейте, это уже невыносимо трудно было бы. Уже точно против Феникса и Веномансера нужен оффлейнер с пайпом.
Darkest Prodigy, в отличие от предыдущего раза, где это был Слардер, я думаю, что такой момент они способны прочитать. Ну, 100% должны быть. Вообще, игроки существенно получше меня. Тут как бы такой вопрос, он даже не стоит на самом деле. А кто это может быть? Вот не Тимбер, но Андерлорд? Кстати, Андерлорд. Уезжать на ультимейте от Веномансера и Феникса по всем раскастовавшихся, это здорово. Купить пайп тоже классно. Ну, в хроносферу не то, чтобы он прям там заливал, но тоже сколько-то чем-то помогает. Пока Андерлорд для Darkest Prodigy мне очень нравится. Неизвестно, конечно, кто там на легкой линии будет. Но глобально уже неплохо. Про легкую линию можно раньше времени здесь и не выяснить, учитывая то, что последний пик он все-таки в руках Blades. Ну, чаще всего это мидеры, но так или иначе. Всякое бывает. Эта кунка раскрывается прямо сейчас. Ну, это мид. Ну, это корабль в хроносферу. Это... Слушайте, это гениальный пик. Это корабль в хроно. Это классный темповый мидер, который подкрепляет вот этот вот драфт из Феникса Веномансера. Еще там магический проказ на тимфайт, да. И что самое главное, это еще и крест против глимпса дизрапторовского. То есть он пока все, что видит здесь, он совсем комбинируется и все контрит. Что кунка прям супер лайк. Рубик появляется в ответ. Ну, Рубик это ближе просто Рубик. Чем прям какой-то тут особенно невероятный герой на данный момент. С Веном отвечают Блейдс, причем берут его уже прямо сейчас. Так, секундочку. Ну, здесь же не могут быть раскрыты три кора, и либо четверка, либо пятерка на ласт пик. Да нет, да нет. Что-то здесь не так, секунду. Ха, надо подумать. Может ли быть такое, что это, например, Феникс 5, а Свен 4? Может. Может ли это быть Веномансер 5? Вообще, если бы я был... Always Wanna Fly'ем, Андрюшей, я бы вполне сказал, что тоже может. Так что варианты присутствуют разные, окей. А для чего нужен Свен? Ну, он боевой, да, он активный. Но особенно, когда это кор. Однако кора Свена так рано открывать непонятно. Ладно, разберемся дальше. Void Spirit появляется здесь на позицию предварительно 3 для Darkest Prodigy. Хороший инициатор, сильный герой на линии. Позволяет команде без Войда уже нападать, там нюкать противников, разваливать просто через там Ремнант, плюс Рубика, Дизраптора. Контроля большое количество, что немаловажно. Тем более контроля мгновенного, это моментальный телекинез. После него моментальный ремнант Void Spirit'а. Работает здорово. Единственное, что Void Spirit не очень большой фанат пайп покупать обычно. А все-таки против Феникса, Веномансера, Кунки я бы задумался, мягко говоря. Но ладно, с этим тоже можно разобраться.
выбирают морфлинга. Ну вот, кстати, да, что-то подобное, мне кажется, и могло бы здесь заехать для Блейд с последним. Ну и минус Underlord. Если это действительно Void Spirit в мид, и оффлейнер таки остается. Кстати, Underlord, не заставляет ли он задуматься еще и над Phantom Lancer или ТБ каким-нибудь ластпиком для Блейд здесь? Легионочка. Ну вот, кстати, легионка, она здесь больше похожа уже на оффлейнера. Действительно быстрый активный Void Spirit на миде. А вот ЛЦ, там уже какая-нибудь вешалка для аур. ЛЦ, как просто герой, который боковую линию тут постоит. Любую. Феникс, Веномансер там куда-нибудь к нему придут. Ему все равно, он себя снимает. Все эти вещи. Что немаловажно, это герой плотный, который не умирает от всех этих прокастов. Появляется пак на последний пик все-таки, то есть это Свен Кэрри действительно был раскрыт. Остается понять... Пак в миде. Так, это значит, что у нас? Это Кунка 4? Ух ты! Ха! Вот на самом деле этого было немножко трудно ожидать. Мета ушла, я уже как-то даже, честно говоря, и подзабыл, я такую вероятность, в принципе, ну, не рассматривал, должен сказать. Интересный пик у Блейдс, перспективный, единственное, что мне в них не очень нравится, это на самом деле то, что Свен такой вот единоличный, по сути, здесь большой кор, который как бы должен все в соляру тащить. Перспективе. А там на самом деле контроля гипер много, там и хроносфера на него, и дуэль на него, и ультимейт дизраптора, и опять же Рубик с Void Spirit'ом контролят чуть ли не еще жестче, чем это все. Поэтому насколько один Свен с таким давлением справится, непонятно. А в то же самое время он может героев стирать за два удара, и там до него, в принципе, все это даже не доходит. Так, ладно. Посмотрим. Как оно будет получаться? Декаденс играет на Рубике. Альберт, Legion Commander, позиции 3. Команданте, это пятерочка. Дизраптор, 4. То есть желтенький герой у нас здесь в Void. Черточки, не знаю, больше, чем меньше, чем... Не знаю, как еще его правильно называть. А вообще, блин, знаете, что я сделаю? Я зайду и посмотрю. У меня должна быть такая возможность. Правильно? Или не должно? Проверить стоит. Пока у нас есть такое время. В любом случае, Void здесь будет в качестве кэрри. Так, кого я не сказал? Void Spirit у нас Орк Воркер. Кункевич Макарец, позиция 4. Макарец. Ракуза на Фениксе, вторую карту подряд. Fortnite Man, он же Миша Камень. Это Веномансер, Оффлейн и Панда на медовом паке. И Свен Кэрри. Что-то именно у кэрри какие-то эти... Особенности с никнеймами. Ага, а вот мне уже подсказывают, а я еще и сам посмотрел, и мы узнаем благополучно, что на Войде играет. Вот и вот черточки, это на самом деле квоткид. Все, прекрасно. Теперь уже есть взаимосвязь некоторая. Ну, более того, я же знаю. Квоткида я уже видел. Квоткид я уже в курсе, как играет. Это прекрасно. Да, я немножко провтычил с рунами момент. Ну, по две забрали, значит, в принципе, ничего там и не нужно было. Ни на что обращать внимание. Void Spirit. Против пака себя чувствовать будет отлично. Урон большой. Щиточек есть, не пробивается. Пак фармит нормально. Все в полном порядке. Это здорово. Ой-ой-ой-ой. Как
много урона резко по Альберту зашло, а там на первом пассивочка прокачана, а не раз за атак. Было немножко опасно. Но вообще у них линия такая. Подсейвятся с Рубиком, нормально стоят, в общем, проблем особых нет. Ой, лишнее это. Ну да. Ну и Свен фармит. Но и Свен будет фармить. Кстати, как бы он Рубика сейчас не зафармил. Стан есть. А Fire Spirit в кулдауне. А на Warcry, на мувспидике бежим. 335 с ботинком. 350. Не успел. Не успел. Все, уже не ударить. Там больше мувспида у Рубика. Так, Веномансер, Кункевич, Войда потихонечку, конечно, регены из него выбивают, но так не то, чтобы сильно прям напрягали. Есть колечко, он регенится, Дизраптор подсейвливает, крипочки фармятся, остальное уже абсолютно вторично. Вот я очень хочу узнать, чем будет заниматься по игре Кунка четверка. Убили все-таки Рубика, да. Проморгал я этот момент. Кунка четверка, ну, на линии, в принципе, понятно. А дальше, конечно, в общем, тоже понятно. Мета такая уже когда-то была, мы это все видели. А, команданте. Ну, это не серьезно, убивать его здесь не будут. Убивает в миде Void Spirit в соло пака. Здравствуйте. Орк Воркер отомстил своему визави на миде, на самом деле, вот если на предыдущей карте... Примерно вот на том же самом третьем-четвертом уровне соло-килл был сделан СФом Панда и как раз таки на Орк-Воркере и его Тинкере. То есть здесь вот полностью наоборот. Правда, там это был еще и First Blood. И это было совсем критично. Тем более на Тинкере, да, пак такой, он еще выберется. Особо в пропасть эту и не падает. Вот Тинкере, Тинкеру тайминги важны. Как никому другому. Против Void Spirit'а всегда можно заиграться. Кунку бьют. И более того, его еще и добьют. Войд, если сейчас погибнет и телепорт не успеет сделать, это просто фиаско. Ой, друг, ты пешком с базой бежать будешь. Это очень печально для Войда. Здесь Альберт против Феникса, казалось бы. Необычное решение. Дизраптора избивает Фортнайтмен. И я вам скажу, и забьет. И забьет еще и сам выживет. Ну вот он, Веном. Вот она, душка. Этот герой действительно на линии редкая тварюка. Астии поднимают, подбрасывают. Есть еще станчик, должен выживать, по идее. Отбросить его в Альберта там при необходимости, да. Орк-воркер по уровню превосходит пака. Там, в принципе, есть... Руна Регена, и есть еще и Кунка здесь в качестве такого рояля в кустах. Правда, Вардик, да, не позволяет особо проблем создать. Void Spirit'у все-таки попытка будет. Ладно, вот и Дисмилейт. Ну, попытались, но это совсем не близко. А, Веномансера избивают параллельно тем временем, когда ушел Кунка с нижней линии. Конечно, этим пользоваться будут. По Фортнайтману еще один удар. Замедленный Войд, и не получается добить Фортнайтмана, это обидно. Фраг был на самом деле крупный. 5 уровня Веном. Для Войда 0-1-1 резко очень мощно камбэкнуло бы его в эту линию. Ну, он и так не страдает прям критически. У него все нормально. Но доминировать мог бы начать серьезно. На центре Орк-Воркер успел получить 6 уровень. Панда еще до своего ультимейта не добрался. Ну вот на 6 минуте можно себе рунку найти. Можно, в общем-то, под этой рункой пойти и кого-нибудь на боковушечку убить. Уже пришел контролировать команданты. Пауэрап руну. Правда, похоже, что может от пака погибнуть. С другой стороны, есть Глимс.
Устанавливается Dreamcoil, панда бежит. Здесь также крест. Вернуть под орб, да, да, да. Потратил, конечно, Dreamcoil, панда, но минута кулдауна, можно и дождаться. Зато хоть какие-то денежки дополнительные. Пускай забрал его икунка. Кстати, руна Оркворкеру в итоге таки досталась. Ультимейты все в кулдауне 15 секунд до ближайшего, но на боковую линию, думаю, таки можно будет в скором времени пойти. Альберт сражается. Альберт разбегается вместе с Рубиком в разные стороны. А он Свен Астаки здесь. Под Фениксом. Можно так-то и пофармить. Свен плотный, правда, не позволят так легко это все сделать. Рубик с Легионкой. Опять же, там Фейтболт. Там Overwhelming Gods, но нужно понимать, в тройку прокачаны. Там крипов просто взрывать будут. Там внизу драка, да, я понимаю. Но стаки это такой важный момент. Ну, давайте посмотрим. Окей, Fortnite. Мэна убили. И Макарец также задайвили. Они здесь за Войдом. Даже без хроносферы их просто уничтожили и наказали. Но вот эта игра уже какими-то шансами тут для обоих, для обеих команд. Пестрит красуется. Здесь интересно хотя бы наблюдать за эрлигеймом, потому что предыдущей все явно сыпалось в одну абсолютно сторону без каких-либо вариантов. Все идут по антворсам ровно, мидеры опережают. Остальных, в принципе, классика. Дуэль появляется у Альберта. Ну, условного Ракузана, кстати, можно попробовать и разворотить. Правда, 900 здоровья. Там, наверное, даже одного Рубика не хватит. У Рубика пока дела другие. А они Свена находят в лесу. Ой-ой-ой, это крупный фраг. Это добыча хорошая. Панда, ультимейт через 30, еще куда-то использовал. Кроме дизраптора в тот раз. Войд, есть хрона, по двоим, под момчиком. Просто аннигилирует виномансера, и Макарец познает ту же самую участь здесь без вариантов абсолютно. Восьмая минута, хроносфера, Войд мом. И здравствуйте, как бы. Класс, это просто классика, да, это... Что-то из года еще 2008-го, оказывается, до сих пор может работать. Вот вам и камбэк, вот вам и Void. Вслед за Void Спиритом. Топ-2 по нетворсу. Альберт пушит вышку. Свен занимается фармом леса, хотя под этого самого, под пака... Можно постараться и перетянуться, подраться. Здесь Макарец вместо Свена будет ним заниматься. Легионка. Не очень хотелось бы ей рвать Dreamcoil. Правда, все равно вариантов здесь немного. Есть шестой на дизрапторе. Не применял еще никуда свой статик шторм. Вот на миде, кстати, под Оркворкера можно это и сделать. Здесь, правда, забег вот такой вот на баунти руну. Который команданта сейчас рискует своим лицом разревилить, но очень грамотно, заблаговременно воспользовался кинетикфилдом, чтобы прочекать. Оркворкер понимает, что может быковать, учитывая то, что дизраптора имеет за спиной. Здесь телепорт уже от Рубика произошел, ну просто в инвизи уходит. Вот спирит. А они могут на панду напасть, вполне подцепить. Есть сюда же статик, шторм, диссимилейт, взрыв один, другой, все. Вот и минус. Красиво, филигранно отыграно, как и должно было быть. Войд. Квоткит с момчиком. Баши прокают без остановки. Про виномансера можно забыть, если честно, в этой игре. Такое у меня есть ощущение. Там, может, конечно, какая-то одна драка переворотная произойдет, но до того момента очень хлипким, очень вялым здесь остается оффлейнер. Точно так же, как и Кункевич, который до сих пор 6 уровня не получил. Урна 0 заряда. Фарм у него не предвидится. Тайтбрингер не прокачан. Это не тот самый
четверка Акунка от... А кто на нем играл? Ланем. Ланем, по-моему, играл, да, если я правильно помню. Кто-то еще был жесткий там. То ли FY на нем тоже гонял. Ну, в свое время, когда это популярный герой был, когда все на четверке Кунки жарили. Кто вот самый жесткий, прям там армлет Кристаллис еще выносил? По-моему, это Ланем был. Я уже не помню, ладно. Вейтспирит. Залетит в него корабль, еще и Рубик подставляется. И сюда же Супернова взорвется. Пауэркворкеру пара ударов. Декаденс живой, Декаденса есть. Ой-ой-ой, как увернул, сколько урона залетело. Ультвиномансера поражат здесь, Панда. Панда, если ему чему идти, Панде есть чему идти. Альберт ничего не добивается, все сгорают под поизон новой. Правда, есть Войд. Фоткит, а одного другого пофоткала. Это Льёка еще получила экспы. Так, про экспу опять случайно на уровне переключаюсь во время драки. Ну, в драке всякое происходит, но... Даже сейчас на 12-й минуте мы видим, что Войд убивает всех. Войд просто прыгает и разваливает кабинеты. Есть Свен, который ему как бы в этом должен оппонировать. Но у Свена пока только медасик, Свену до артефактов серьезных еще очень долго. А Войд здесь явно будет ситуацию вести так, между прочим, на него нападение, но это так, это больше напугать, чем... Серьезно попытаться что-то сделать. ЛЦ, кстати, что по билду, ЛЦ будет с блинком. Какой-то, вероятно, пайп, если и появится, то только после него. Виномансер с Вейлом, как ни странно, явился и всех уничтожил в этой драке. Да, он вот тут он прям серьезно раздал. Шутки шутками. От этого героя, к счастью, импакт таки почувствовался. Пак тоже будет с блинком. Через 100 голды, точно так же, как и Легионка. И, кстати, не удивлюсь, если какие-нибудь параллельные смок-выходы мы увидим одновременные. Ну вот уже долетает блин к Альберту. Вот они с двумя саппортами. Забегают, увидят Иллюзори Орб. Возможно, хотелось бы за паком прыгнуть. Без вижена особо реальным не представляется. Смоук не ревилится, никого нет. Видит только Веномансера на виде, но это, во-первых, может быть байт. Во-вторых, не так уж легко на него еще и напрыгнуть здесь. Но понимают, что можно, пора. Делают это, и Фортнайтмен не выживает совсем, хотя есть Дримкоил по троим. Виномансер, к сожалению, без байвека остается Супернова, туда же в Войд Спирита и Легионку залетает корабль, а все живут и все убегают. Да. На все скиллы забайтили, никто не погиб, Пак на хосте. Пытался продолжать еще Панда, но недолго весьма. Орк-воркер не против здесь посражаться. Кстати, если бы он затянул Кунку, возможно, Рубик смог бы забросить его на свой хайграунд. Но даже без этого хватает просто бёрста, чтобы здесь взорвать четверочку команды Блейдс. Дизраптор. Да, гоняет Асти, но как-то он то ли не сориентировался, то ли постеснялся на Свена нападать. Не произошло этого в итоге. Внизу тут, кстати... А, нет, нормально, нормально. Тир 2 фловая, просто вышка первая была давно сломана, да. Ничего страшного. Так, Войд, кстати, начинает по нетворсу-то отставать от Свена с медасиком. Шутки шутками, там уже сабля. Там уже будет в следующем файте либо Аганим, либо БКБ. И на Войде тоже БКБ, но явно будет по сравнению со Свеном он проседать. Дизраптор. Ультимейт установлен по Асти. Еще парочка ударов. Свен пытается жить. Дримкоил по троим раскастован. Все под поездом новой. Корабль туда же. Как же плохо на самом деле. Здесь сейчас станет Даркас. Но пока что дерутся. Пока что избивают. Панду добили. Все живы. Войд прыгивает хилиться. Орк-воркер. Все гниют под Веномансером. Ну, просто-напросто телепорт. Да ладно, на базе живет. Ой, ой,
запутался я в камере, Void Spirit. Телепорт уже сделал, в общем-то, на грани. Это было определенно на грани. Но убили двух коров за одного дизраптора и ушли. Хочется поаплодировать. Феникс с Аганимом будет первым жартом? Вот это интересно. Кстати, Рубик с Дримкойлом. Через 20 секунд сможет применить его снова. Не хотел бы далеко отсюда уходить. Декаданс от Void Спирита. Это сейчас самый боевой герой на карте, и под него этот самый Дрим применить можно было бы как нельзя лучше. Рискует столкнуться здесь Void с командой противника. Панда. Видит, панда нападает ли? Да, через Дримкойл на Войда, команданте. Пытается подсейвить, например, глимпсанув кунку, и вроде как Войда здесь будет взять нелегко. Ну да, к сожалению, ситуация не та, а вот он Дримкойл от Рубика ответный. Макарца избивают, а корабль он решает не нажимать, но в принципе все просто расходятся. Благополучно, мирно, спокойно. Какую же гапшу из вардов теперь виномайцер способен наворотить с талантом на 15 секунд? Хотя, в принципе, и без него там близко к этому, но так уж особенно. Против этого вышку особо не подефишь. Войд, 20 секунд без хрона и 300 голды без блокимбара. После вот этих двух моментов можно будет действительно сломя голову врываться вообще куда угодно, ничего особо не бояться. Веномансер пакуется в шмотки на команду, меканцем у него есть, грифсы близятся. Рубик с Торрентом под Void Спирита и Легионочку пытаются кого-нибудь найти и поймать. Ну, находят пару стаков. А также и ульчик. Есть дуэль, забирают, ничего другого не тратили. Можно, в принципе, пойти и дальше. Фортнайтмена не подцепил. Климпсанули, однако, Веномансера. Сойдет. Статик Шторм. Хватит ли от него урона? Вряд ли. Еще и Феникс захиливает. Но лучшим решением отсюда будет просто уйти, когда вы уже под полной длительностью ульта Веномансера прогнили. Можно пойти дальше, куда-нибудь на другую линию. Или на базу, но здесь точно не продолжать сражение. Панда потратил все скиллы. На панду, конечно, тут же прожимают дуэль. Ну, грамотно выждали. Грамотно выждали и опрометчиво повел себя Мидер Блейдс в этом моменте. Даркос показывают, что они способны еще как брать ситуацию в свои руки. Просто на предыдущей карте немножечко не удался у них драфт. Расканили, Свен убегает. За ним погони вроде как не предвидится. Кстати, Свен улетит уже БКБ готовая. Ага. Ну вот, потихонечку Войда он и обходит. Дизраптора очень скорее, похоже, что прикончат здесь. Ну, под глимпсом не особенно, да. Если бы Аганим был, другой вопрос, но так нет. Второго уровня Санрей у Рубика появляется. Кунка, как и Феникс, наметили себе следующими артефактами Аганим, но и для того, и для другого жить и фармить нужно еще достаточно долго. Веномансер. Так просто толкает линии. Есть Блейд Дак на ЛЦ.
полегче будет условного Свена пробивать. Хотя, впрочем, он даже, наверное, не столько здесь для дуэли конкретно, как для просто в тимфайте от магического урона. Забег на тройку, уже погибает дизраптор. Кого там пытаются в Void Spirit'а еще и запрыгнуть, забить его кораблем. Не особо это получается, но его убьют. Под Dreamcoil'ом такие герои, они далеко не уходят. Это минус 2, и неужели это Рошан? Это заход, по крайней мере, на Рошана Арасти от Фортнайтмена. Под ультимейтом Свен рубит его быстрее всех. Просканили, понимают, где и что. Есть Void с БКБ и Хроносферой. В принципе, Квоткид в любой момент готов ворваться, но не торопится здесь делать этого. Рубик подхиливает, параллельно тем же самым занимается Феникс. Сейчас или никогда? Сейчас или никогда? Скорее, видимо, уже никогда. Ну, по крайней мере, не в этом тимфайте. Ладно, такой вариант работает. Хоть немножечко дизраптор за такую наглость, за вот этого Рошана всего наказал, но это, конечно, несущественно по сравнению с тем, если бы хроносфера была установлена на Рошпит. И туда же, например, потом Статик Шторм, там одного героя поддуэлил бы ЛЦ, и так дальше, так дальше. Но этого не случилось. Случился Юл на Феникса. Ракузан получает Статик Шторм и погибает. Ультимейт Дизраптора, ну, что называется, потратили и потратили, неважно. Можно 5 на 5 не драться, 70 секунд. Это не настолько большой срок, чтобы сильно за него переживать. Там крипов скипает параллельно панда. Не позволяет тир 2 свой добить, но это вроде как должно состояться. Дуэль по кунке прожимается в БКБшке Void. Не позволяет добрать своего Рубика. Кунку уже убили, кунка делает байбек. Пак здесь же, окей, Рубик тоже погибает. От Свена приходится убегать. Со Свеном особо не подерешься. Супернова прожимается, Оркворкер. Ой-ой-ой-ой. Юл на себя. Нет, ни в чем не попадают. Десимилей просто уходит, ультимейт, телепорт. Да ладно. Ха, красиво, красиво получилось. Веномансера на двух саппортов в итоге разменяли. А нет, на самом деле 2 на 2. Погиб также Кунка, и более того, Кунка байбекнулся. Так что, в принципе, момент очень даже симпатичный здесь вырисовался для Даркос. Однако есть Свен с Аегисом. И, к сожалению, вот этот парень, он все одеяло инициативы неизбежно перетягивает на себя. Тет ломать вам вышки. Особо ему ничего против этого не расскажешь. Ой, Хрона в кулдауне 90 секунд. Напрыгивает на Асти, неужели будет драться? Ну, Свен тоже без ультимейта. А, поймали Кунку, ладно. А Свена можно просто контролить, да, наверное? Просто не позволить ему отсюда уйти, убить два раза. 45 секунд без ульта. Можно побегать, вот Вайдом его побашить, пока команда разбирается с остальными. А потом контроль, контроль, контроль. Вернули Феникса, но за Ракузаном сложно бежать. Зато Асти реально отсюда уходить не планирует. Даже если бы планировал, ему никто здесь совершенно этого не позволит. Ну, интересный набег, грамотно. Даркос очень даже могут. Далеко у них еще предел боевого своего потенциала не достигнут, не раскрыт. Войду МКБ нужно. Аганим, кстати, на Void Spirit уже летит. Вот это уже им поинтереснее, да. На ЛЦ Альберт безупречно цели выбирает, всегда находит, всегда дуэлями
убивает героев. 100 урона уже у него есть. Контроль великолепный, Блэкимбар тоже близится. Аганим на Вайтспирите, минус тир 2 вышка вторая. Можно полететь еще и наверху, попытаться что-то придумать. Например, забрать последнюю тир 2, например, взять аванпост на той же территории. Все это сделать до 30-й минуты, как известно. Как дела у Пака обстоят? У Пака Юл. Пак себя сейвить хочет, но он здесь больше такой, да, действительно, ютилити. Юл, Аганим, опять же, есть Свенчик, который, в принципе, всех убьет, а если не он убьет, то там же также справится Супернова. Ультимейт Веномансера, который Poison Nova. Саппорты они тоже могут. Пингует Альберт по вражеским территориям, по тир 2 вышке, по лесу соперника своего. Действительно, не помешало бы, наверное, там пробежаться. Ничего, правда, интересного, кроме непосредственно аванпоста, они не найдут. Но меняться лесами — это классика. За Паком гнаться тяжело. Одна попытка на это была, и неужели... Юльчик есть. А здесь Рубик. Стан Свена выдается. Дуэль. Ну и там буквально нужно было бы несколько ударов, но подходит Асти в Блэкимбаре. Команданте он срубил. Трипл килл Свен. Вот только что явился. Явление Свена народу. Оставляют, в принципе, Оркворкеру тут тир 2 на добивание, но, правда, глиф. Глиф все же не позволяет это сделать. Есть у Войда МКБ, ну, конечно, по сравнению с Свеном, он уже так серьезно здесь не смотрится. С другой стороны, плюс скорость атаки на 20-м талант, и Свена достаточно один раз хроносферу закрыть, у Свена будут... Проблемы серьезные, если в него все-таки урон всадить, а не просто смотреть как на то, как он бегает и бьет твоих тиммейтов. Телепорт. Команда вместе сгруппировалась на центре. Это Рубик с блинком и линзой. Да, кстати, цеплять может не слабо. Рошана еще не будет долго. Скан мимо. Аванпост перед 30-й хотелось бы забрать и не танцевать перед этим, хотя, по-моему, это баг. Выбегают смоки ответно. Правда, здесь-то уже не успеют. Или все-таки да? А, секунда. Сил цвета, сил тьмы, сил света. Да, получилось, вау. Фантастика. Там настолько на тоненького игра за этот экспириенс сейчас была. Так, вот кит приближается к тир 2 вышке. Очень сильно побитой, там едва ли живой. Можно было бы и сюда напрыгнуть, да, например, на Веномансера успеет раскастить свой ультимейт Свен. Под хроносферой стоит Супернова, погибает. Все под ультимейтом Веномансера очень больно прогнивают, но Свен готов драться. Свен даже после Блэкимбара особо проблем не чувствует. Честно говоря, Войду стоило бы отсюда уйти, а не нападать на него, хотя почти разворотил лицо Свену. Буквально немного остается, Оркворкер сможет ли добить. Через ультимейт нужно попадать им по СТ. Но, похоже, уже не будет пытаться. Будет пытаться уйти от Пака. Здесь можно еще повоевать, попробовать. Но, наверное, не в том положении. Он диск пуржится молоточком. И всего доброго, говорит ему Асти.
Да, Блейдс поувереннее в этой драке смотрелись. Блин, вот Веномансер, я как-то очень рано его на самом деле в этой игре почти что закопать был готов. Когда сказал, что вот их убили там на линии, и все, он перестал давить, и герой, можно сказать, из игры выпал. На самом деле, каждый тимфайт под его ультимейтами прогнивают так, что, ну, приходится либо убегать, либо умирать. Варианта два. Побеждать прямо и продолжать давить почти не представляется возможным. Ну и свед надо быть. Надо понимать, уже большой. Рубик пытается изо всех сил выжить, но невозможно. Так, что у Свена? У Свена Тараска. Ничего ж себе, артефакт необычный. Ну ладно. 4500 здоровья, Тараска, 25 уровень, паладин Сворд. Можно, кстати, и на хайграунд-то пойти. Или, например, на Рошана. Хоть прямо сейчас. Так, ну Асти тут будет делать это все быстро. Ультимейт, опять же, всегда в наличии. Правда, если прийти под конец этого всего и без ульта свеновского подраться, но только если украсть Рошана. Без этого, конечно, против Аегиса не получится особо. Рошан второй. Рошан сырный, сыр для пака. Аганим у него уже есть. После Аганима еще некоторые деньги. Кстати. Веномансер слишком сильно контролирует территорию, чтобы здесь пытаться что-то делать. Ну, как бы здесь Декаденс за это не пострадал. Например, Дримкоил можно поставить. Хроносфера по троим. Пак. Не выпрыгнет отсюда. Тем более после Ремнанта статик, правда, был поставлен туда же для надежности. Ну ладно, пак байбека не имеет. Идет дуэль по Веномансеру. Корабль залетел. Супернова стоит. Супернова, в которую Венома забрали. Аганимная, и умерли два героя. Асти дерется. Но его просто будут кайтить сейчас, контролить. Все герои умерли. Минус 4, алло. А вот и Свен. А Свен один против них всех не способен. Тут, к сожалению, это вообще и близко не так. Ну вот оно, хорошее хроно. То есть, как бы вы на самом деле по игре не летели, всегда квот-кид может просто-напросто на голову хроно трем героям бахнуть, включая двух коров. И да, дальше без вариантов. Блин, там Веномансера вообще не пробивал Альберт своей дуэлью. При этом Феникс убрал его в свой ультимейт аганимный, и Хрона просто развалили. А сам Феникс особо как бы, ну да, вот взял двух героев, развалили Хрона, все, двух героев нет. Это был очень странный момент, который позволил Даркос вверх в последнем тимфайте взять. Ну именно сторона получается, Альберт с даблдэмэджем, 500 урона под пресс за атаком, ничем не хуже, чем Свен тот же самый. Есть Феникс, но они без ультимейта с Веномансером оба, по 20 секунд еще. Им нужно ждать. 15. Готов только Кунка на данный момент. И Пак, в принципе, тоже. Но Свена не будет долго. Свен, причем, без выкупа. У Свена не хватает 800 золотых. Тоже чудесным образом он не появится. Войд успевает отпрыгнуть, включить БКБ. Вот он минус Пак. На Паке байбека нет и не будет. Фортнайтмен с сыром. Отбегает, живет какое-то время, сыр съедает, в принципе, еще танкует. Окей, корабль залетает, корабль доджится. Феникс погибает без суперновы. Байбека у Феникса не будет. И это вторая сторона. Уходить отсюда никакого резона нет. 7 секунд до Свена. Можно пока что еще побарагозить здесь на базе. Ну, теперь уже и побежать потихонечку. Макарец, инвижен, на инвиз нет, ну и все. Вот минус две стороны внезапно, минус дважды, там чуть ли не все герои. Вот он уже и Нетворс. Интересно, сейчас будет табличку, да график даже скорее открыть. О-о-о-о-о! Вертикальный взлет просто.
Илон Маск играет, наверное, за команду Darkus. Самый настоящий вертикальный взлет. 7000 переиграли за эти последние моменты. Вот он уже войд с баттерфляем. Вот он уже войд спирит поверх Ion Диска сейчас заполучит себе Октарин. После этого попробуйте его поймать. Да, серьезно. Хрона решает как никогда. Идея Тараскина Асти, наверное, в том, чтобы не погибать за хроносферу, но он-то, в принципе, за хроносферу и не погибает на Свене. Либо идея в том, чтобы как бы хайграунд осаждать, но тоже особо дело не доходило. Вот если бы это был сатаник, можно было бы хоть как-то от контроля спасаться, которого там невероятное количество от каждого героя. Наверное, смотрелось бы действительно посимпатичней. Так, шмотки четвертого тира для обеих команд. Давайте рассмотрим поближе. Magic Lampa, на Рубике Иллюзионист Кейп у Войда. Спел Призма. Пока что ЛЦ. Дальше посмотрим. Наверное, все-таки Void Spirit. Ну да, очевидно. Void Spirit уже. Конечно. Так, с обратной стороны. Хекс еще и нож на Виномансере. И Magic Lampa еще пока ни у кого. Панда притаился. А панде здесь не догадываются. Так, одну секунду. Нормально все. Минотавр Хорн попадает для Войда. Ну или для кого-нибудь еще. Теперь знают о паке. Панду поймать будет непросто. И телепорт он уже прожал. Да, Фениксу со своим ультимейтом нужно быть крайне осторожным. Особенно до 18 уровня. Когда ударов побольше нужно будет сделать по этому самому яйцу. Там если два героя наваливаются, мы видели, что происходит. Опять же, не будем забывать, там есть легионка с пресс за атаком. Ну или на Войда того же самого пресс может набросить, и все, и по хроносфере пошла работа. Ну и Войд как бы баттерфляй. Тоже надо понимать. 25 уровень, кстати, будет сейчас уже добирать себе квоткид. Можно увеличить хрона, можно взять универсальное уклонение, что он и делает здесь. В смоке забег. Орк-воркер позицию занял, есть спелпризма и октарин. Ой-ой-ой, 6,6 кулдауны. Какое чудо, прекрасно. Асти не подцепили. Походу разойдутся. Или нет? Ответное нападение собираются Блейдс. Ничего себе. Виномансера подцепили, тем не менее. Даркос начинают контролить и сбивать. Свен! Он шотает дизраптора. Не будет статика хрона. На одного Свена стоит. Панду туда не затягивают, но из баша выходит. Он убегает. А легионочка получает удары от Свена. Все еще живой пак. Свен убивает Войда. Одного за другим. Одного за другим. Рубик просто под прокастом погиб. Ну, Void Spirit, может, и уйдет, но... Знаете, дело-то не в этом. Ваншот Дизраптора смотрелся, конечно, интересно с Веном. Да. Вроде без критов даже. Там типа, Хаммер. Удар с Хаммером мгновенный. И еще одна тычка после этого. Да, вот Дизраптора и не было. Саблей. Хрона плохое. Хорошая хрона, хорошая драка. Плохое хрона. 4 в 0. Урона, к сожалению, вообще не настолько много, чтобы Свена бёрстить за хроносферу, даже если там могли бы вы что-то по нему выдать, все равно, ну нечего. Ну, можно прикрыть статиком по окончанию, но... Нет аганима у дизраптора. В общем, начинается всякая жесть. Вот он уже 18-й феникс. Теперь посерьезнее. Теперь не факт, что получится разбить яйцо, которое он схватит тиммейта.
из-под дуэли готов спасать хоть каждую драку. Рошан не совсем ранний, Рошан через 2.35 еще. Но это и не настолько долго в том числе. Появляется Войд. У Войда 45 секунд без ультимейта. Ну, тир 2 отдают. Очевидно. Войд спирит просто сплитпушит этот момент. Ну, нужно больше контроля. Нужен хекс на того же самого Свена. Урон, конечно, тоже не помешает, но контролем в целом можно победить. Убивать саппортов. Остается один Свен, его можно покайтить. Главное, как-то в него дизейблик другой выдать, и пока еще остальные живы. Потому что все-таки терпеть удары от него не представляется возможным. Мы видели вот в предыдущем файте, что происходит, когда Свен бесчинствует. Когда Свен просто летает и бьет кого хочет, там, ну, от героев ничего не остается. Живут они совсем недолго. Так, на паке тоже есть Айон. Цель Барда будет Виномансер. Точно так же Кунка. Ну ладно, это еще перспективы такие, скажем. Прямо сейчас он его не возникнет всего. Ой, ну Блейдс все ближе и ближе, конечно, к тому, чтобы эту серию 2-0 взять. Но Даркос явно не даются. Опять же, одно успешное хроно, оно переворачивает всегда ситуации. Войд Спирит видит Кунку, нападает на него. Здесь же Феникс. Поцелился Маримнантом, не цепанул. Зато цепанули Кунку. Через дуэль его убьют. Там раздулся в ультимейте Свен. И просто в смоке и на Варкрае убегает. Что? А это ошибочка. Об этом не знает, конечно, команда Даркос. Но странный момент. Ладно, нападение на Вимансера. Ничего не раскастует Фортнайтмен. Может, ладно, это сделать. Так и есть Poison Nova, тем не менее он не выживает. А, по одному Войду Dreamcoil, но этого достаточно. Свенчик залетает и срубает его аки новогоднюю елку. Decadence. Забудем о нем. Пак. Успел поднять на юл перед Глимпсом Дизраптора. Ну и вот-вот-вот. По команданте Свенчик. Да, ничего уже тут от Асти не спасает. Просто летает Супермен и ваншотит все, что движется. Орк-воркер спалился. За ним же погонятся сейчас или... Ну нет, наверное, понимают, что беготня за Войд Спиритом с Октарином из Полпризма — это потеря времени. Так, а вот что не потеря времени, так это заход на хайграунд. Свен занимается тир 3 вышкой. Дизраптор. Так, ладно. О, ловит сплитпушера. Да я не знаю, что он пытался сделать, если честно, на Войд Спирите. Он как-то развлекал здесь героев, да. Но все-таки же есть Dreamcoil. И все-таки ушел Войд Спирит из этого момента. Каким-то чудом. Свен, правда, продолжает накрывать одного за другим от раз Дизраптора. А Дизраптор, я правильно понимаю, без байбека 7 минут делал его только что. Он порегенится на базе. На X-марке вернется. Доберет себе Дейдалус там же. И вот он ультимейт. Вот они 900 урона с руки. Поехали. 1000 практически. Войд Спирит, прощай. Есть байбек. Нет вышки. Хрона в наличии у Войда. Войд с МКБ, БКБ. Драться может пробовать. Свенчик залетает на ЛЦ. Стан в ответ доджит БКБшкой. Альберта срезает с крита. Войд, хрона. По четверым корабль пролетает. Урон не заходит. Стоит Супернова. Под хрона взрывается в Войда. Взрывает его Свен. 4 байбека делается от Radiant. Окей, Свена избивают. Кстати, через дуэль больно у Альберта получается сделать. Байбека нету Свена. Тем временем уже взорвали Виномансера, который тоже без выкупа. Подняли Пака. У Пака выкупа, надо понимать, нет так же. Если поймать Панду, это победа будет. Ладно, с Пандой пока еще не удается. Зато можно с Фениксом попробовать. Макарец улетает. Феникс тоже. Эскейп на самом деле очень удачный. Могли погибнуть здесь все. Игра закончилась бы прям гарантированно. Без этого... Ну...
Свена не будет минуту, но, наверное, на Рошана хватит времени. Вряд ли на сторону или на трон, но на Рошана должно. Пак, я думаю, вряд ли станет там пытаться воровать. Рошан у нас чем? С рефрешером. Это же две хроносферы. Это две хроносферы. А Пак нафидел, да? Ну, пока есть выкуп. Пока есть выкуп со стороны его, это не настолько критично. Четырьмя байбеками здесь отбились в тимфайте последнем. Даркос 10 тысяч преимущества этим самым сделали для Блейдсплюм, плюс там сторона упала. Но инициатива-то в их руках. А Эгис у них, рефрешер на том же самом войде. Свен без выкупа 1600, только если убьет всех, у него деньги появятся на это. Тут действительно последний заход. Ну, либо не будут рисковать это делать, все-таки банда байбек. Против Пака можно резко и не уйти, даже если бы этого очень хотели. Под агонимным дрикойлом. Есть рефрешер на Кунке? Агоним рефрешер. Кунка 4, почти 25 уровень, где смог бы взять себе флот призрачных кораблей, но будет как минимум 2 Торреншторма. Два Торреншторма, это вам, господа, не шутки. Непредсказуемый тимфайт нам предстоит созерцать. Байбек есть на карте у одного героя, который Феникс. Все остальные не прочь свои пофармить. Так, там дизраптор не с агонимом каким-нибудь? Нет, 4000, 3000 нетворса. Курьером улетит, но это только лишь обсики. Веном Алибарда, Феникс ничего нового, это все мы видели. Тоже посмотрели. Панда. Ну, хочет рефрешер, в принципе, тоже ожидаемо. Так, ЛЦ есть 25-го. Массовый през. Так, конечно же. Пак без Линкенсферы. 3, 2, 1. Ну, Блейд, откуда? Что? Ну, нажми дуэль. Ну, ладно, там прям, на самом деле, доля секунды. Панда отсюда, между прочим, все еще не уходит. Свен настоящий, не только иллюзия, декаденса. Не пробил до конца и хрона, в которую залетел Феникс. Туда же корабль, Войда он не застанет. Феникс под сайленсом умирает. То же самое происходит со Свеном. Пытается драться еще на развороте, но это у него не выходит. Войд живой, макарец, Войд еще из БКБ, с сатаником, панду начинает избивать. Рубик погибает, 109 без байбека, Альберт там еще выживает, за паком. А за паком Глимс, а вот как его дальше цеплять, все-таки упрыгивает на арбу. Это минус Свен, который все еще себе байбек не дофармил. Куда же ты так бежал, дружочек, далеко без выкупа? Крипскипить нужно Паку, я не знаю, как-то не позволять на свою базу зайти. Баунти заберет, это, конечно, хорошо, но 500 с двух баунти не дадут, чтобы Свену выкуп нафармить. Дадут 3, в лучшем случае. Так, на Фортнайтмана нападение, байбек от Феникса, вот он залетает, вот оно хрона по Виномансеру. Хронос рефрешера. 160 секунд нового не будет. Яйцо ставится, БКБшка жмется, яйцо разбивается. Феникс просто отдал себя за компанию с Виномансером. Вот к чему приводит этот агоним пока что. А, умер дизраптор, но там и панду. Кстати говоря, Альберт просто в соло дед нашел, убил. Очень небрежно, парни, без байбеков. Ну нельзя же так играть. Как вы можете себе это допустить, позволить? Ой, ну ладно, сложно, сложно. Очень тяжело против Войда, против Легионки. Эти ультимативные контроли, которые к такой стадии игры становятся еще более сильными. Последняя попытка.
Есть Торреншторм, нет корабля, есть Свен после байбека с БКБ. И с ультимейтом. Есть от Веномансера выкуп. Давайте, смог, прожали, мужики. Свен готовится залетать в крипов, туда же на Альберта бежит, под Блейдмейлом, почти погибает, Асти, дуэль, побеждает ее, нет, не побеждает, побеждает ее Альберт. Умирает, правда, он сам, но также Войд здесь все еще жив, Войд сражается, Войд под Сатаником, Войд с Аегисом, Свен уже отключается от игры. Что это значит? Это значит счет 1-1 в серии и победу на данный момент Даркос. Карта у нас будет в этой серии третья, буквально через 10 минут, а может быть даже меньше. Никуда, ребята, не уходите. Спасибо, что смотрите.
не успеваем мы по доте соскучиться, возвращаемся на первую серию сегодняшнего дня. Esports Battle 1 дивизион. Blades против Darkest Prodigy. 1-1 счет. Равное сражение равных команд. Но закончится оно совсем не так равно и приятно для одной из них. Уже буквально минут через 30-40, или сколько бы там первая карта не продлилась. Первая, последняя. Конечно же. Мы посмотрим. Мы это будем видеть уже полностью в процессе. Феникс первым пиком. Классика. Snapfire сразу же добирается против него. Феникс против Snapfire сегодня уже играл и победил. Что примечательно, по-моему, не было ни одного разу, где бы там Супернова была разбита через Lil Shredder. Но, к сожалению, игра там посыпалась в гораздо более серьезном ключе, чем просто проблемы с разбитием Суперновы. Лич в дополнение к Фениксу залетает. А вот Void и Марс уже в бане, то есть ни один из этих героев не появится, дабы быть скомбинированным с двумя ультимейтами предложенными. Но в любом случае сильные саппорты, сильные линии уже годится, уже с этим можно играть, можно работать. Дровка. Вот это чуть-чуть неожиданно даже, я бы сказал. Без винги, тем более. Вот все время мы привыкли, что появлялась дровка, да, и вот так вот вторым пиком тоже, но обычно тоже только в комбинации с Vengeful Spirit в этой игре будет не так. Ну и ладно. Наверное, можно и обойтись. Клокверк оказывается в бане, дабы под дровку не сыграл он. Все мы знаем, как эта парочка хорошо смотрится вместе. Shadowfiend под дровку также убирается. Против нее убирается Spectra, Phantom Lancer и Void Spirit. Ну, все герои, банально, которые хорошо на дальнобойного этого кора напрыгивают. Магнус тут же вместе с дровкой в одной команде. Кстати, кажется мне вот что такого я еще не видел. Чтобы дровка с Магнусом не друг против друга, а вместе, это действительно в новинку. Чем же ответят? Ответят Тайдхантером. А, герой, который в дровку прыгает. Герой, который милишного кора, для которого Магнус добран на линии перебивает. Хотя, кстати, вот это же дровка на легкую, правильно? И Магнус на оффлейн, то есть милишник какой-то в мид неужели будет или не будет его вообще? А Магнус просто как бы ради РПшки больше здесь. Ну, нестандартно немножко. Думаю, трудно понять, но как минимум у Darkest Prodigy уже грандиозный тимфайт, массовый. И Рубик, конечно, этому всему палки в колеса будет вставлять. Обязан он чем-то подобным заниматься. Уже ворует Ravage. Уже ворует там щиточек, Sinister Gaze у Лича. Ну и Фениксу не позволяет летать. Фантомка против дровы. Прекрасная. Прекрасная девушка.
сближается с рейнджовыми героями с молниеносной скоростью под буквально там минимальное количество контроля в виде Рэвиджа, в виде Синистер Гейза, способна успеть за пару ударов взорвать чуть ли не любого. Так, ласт-пики остались для обеих команд. И остается, я так понимаю, по мидеру для Блейдс. Это будет ласт-пик, я не удивлюсь, какого-нибудь Кунку лицезреть здесь. Опять же, милишник от Магнуса. Опять же, хорошая в плане контроля комбинация. Фантомочку можно более-менее сдерживать хотя бы. Так, вот для Darkest Prodigy... вариантов хватает. Какой-то быстрый герой, наверное, какой-то бёрстящий. Вроде Квапы, вроде Шторма. Но вот что-то подобное оно смотрится пока что. Контроля, конечно, на Шторма хватает. Ну и он вроде не плашает здесь. Лина банится для Блейдс. Можно понять почему. Ну и Квапа убирается у Darkest Prodigy. А это появляется Эмбер Спирит. О-о-о! Его так давно не пускали ни в один пик. Наконец-то мы этого героя увидим. Еще один против дровки. В кабину тебе с ультимейта залетатель вместе с фантомкой. Там можно не успеть оправиться, как уже у вас просто герои внезапно все умирают. Ну и на миде, опять же, если это какой-то милишник планируется под Магнуса, уже Эмбер... милишнику почти любому способен противостоять. Так, а кто хорошо стоит против Эмбера? Void Spirit, например. Ну, вроде у них ровная там линия. Void Spirit был с другой стороны на миде, да, на нем исполнял Orc Warrior. Кстати, условный пак, на котором там был... это Invoker. Ну, чуть-чуть неожиданно. Но в целом интересно. Экзортовый, наверное, менее интересен, хотя имеет право на жизнь. Векс прикольно. Векс сбивает щиточек Эмберу. Контролит фантомку, не дает ей жизни абсолютно. Там Тайтхантера монопул маленький, выжигать его это всегда круто. Феникс под колд-снэпом не летает, как мы знаем. Ну и Алакрити ранее на ту же самую дровку. Опять же, могущественная комба. Ну, в общем, панде здесь есть где развернуться, я бы сказал, на этом инвокере. Эмбер, конечно, не самая приятная линия. Но стоять можно. Если ты идешь через Квасвекс, в принципе, и ты снимаешь с него постоянно щиток, то, в принципе, получше, еще получше. Всегда можно раскачаться на Эмбере тоже через фисты. И от вот этого вот момента не страдать. Короче, герои там сами разберутся, кто кого будет, в какой... последовательность, в какой очередности контрить. А мы здесь для того, чтобы за этим смотреть. Смотреть за тем, как третья карта первой серии сегодняшнего дня, первого дивизиона eSports Battle, будет разворачиваться. Ракузан на пятерочке, Snapfire. Асти, как меня уже поправили. Вот так вот никнейм этого игрока должен якобы звучать в короткой версии разговорной. На дровке. Панда Инвокер на миде, конечно же. Макарец будет на Рубике четверки исполнять вместе с Фортнайтменом, оффлейн Магнус. Знаменитая комбинация. Рубик поднимает, Магнус вывозит под вышку. Никто еще этого не отменял. На Фантомке исполняет у нас Квоткид. И вчетвером в смоке забегает Альберт на Тедхантере, Орк Воркер на Эмбер Спирите, команданта Личи Декаденс Феникс.
Никого не встречают. А хотелось бы. С Гашиком, со Спиритами. Быстренько ферстблад себе оформить и разбежаться. Ну, пока еще нет. С Лича снимается смоук. Ракузаном встречают. Ракузан прыжок. Ну, прыжок, к сожалению, в окно. Последняя тычка от Дегремса делает свое дело. Ну, первая кровь пролита. Своего добились. По рунам все ровно. Хотя бы смоук уже вот этот вот забег был оправдан. Помню Альберта на Тайдхантере. Помню, как линия просто была ногами вперед вынесена. Ну, дровка, конечно, не милишник, с которым так легко это делать. Даже я бы сказал наоборот. Против дровки должно быть стоять неприятно, но... Думаю, если игрок опытный, то все можно придумать. Лич контролирует курьера. Панда тоже не так-то прост. Панда все понимает, не торопится куру вести. Да, Лич выходит, понимает, что нужно делать телепорт. Что там уже и фантомку бьют. И куру как бы забрать не выходит. Ну, пандой, как и вообще... Блейдсами здесь отыгран был грамотно этот момент. Эмбер Спирит, все мы знаем, ласт хитить будет получше, урона больше, топорик. Торнадо, ну не на щиток, но ренджа добить тоже важно. Сойдет. А Лич с фантомкой вместе против Рубика Магнуса, честно говоря, смотрится как будто бы линия послабее. Стики есть у Рубика, уже себе будет заряжать и от Нов, и от дагерков постоянных со стороны Фантомы. Действительно, здесь беды Блейдс знать не должны. Что касается нижней линии, дровка на первых там паре тройки уровней точно неплохо себя ощущает. Дальше непонятно, дальше уже чуть-чуть по такая необычнее ситуация. В целом, я думаю, что Тайдхантер не будет тут именно на лейнинге сильно кайфовать. По игре, может, конечно, и да, но не сейчас. Щиток нажимает Оркворкер после торнадо. Ну, крипстат у него здоровский. Все прекрасно. У панды не так хорошо. Но, в общем-то, сопоставимо. Лича сильно избили на верхней линии, как и фантомку. Но тут вообще стоять нереально. Магнус, Рубик. Попробуйте выдержать эту линию, что называется. Еще и курьер погибает здесь. Ну и Фортнайтмен на полнейшем фрифарме, чего не совсем можно сказать о фантомке. Слушайте, а есть стики? Так-то. Есть шоквейв, можно подвести будет у Рубика на телекинез, либо фейтболт. Да, да, вот. Вот так вот фантомка будет умирать, я думаю, даже не один раз на этой линии. Не получается проконтролировать большого сатира Уасти, но хотя бы крипов с линии, крипов вражеских он всех здесь... Не пропускает. А, отводик расфармливается. Магнус без эмпауэра. Магнус призван на этой линии противника харасить своими скиллами. А не просто стоять и деньги зарабатывать. И, в принципе, задача необходимая им выполняется пока что. Панда. Пауэркворкеру и МП и так в ноль маны. Все, там уже раскастовал, что нужно было есть ботл. Рунку на четвертой надо бы проконтролить. Панда, вывезет ли он драку за эту руну, если вдруг она завяжется? Чейны прокачивает Эмбер Спирит. По-моему, панда сейчас будет погибать, если честно. Если это продолжится. Нет. И Макарец контролирует инвиз. А можно в мид прийти? Есть манга, Кларитосом он отпивается. Ладно, мид потом. Умирает Феникс. Так, Рубик. Давай ты определишься. На мид пойти под Рокворкера, в принципе, можно. Маны у инвокера, правда, только лишь на одно торнадо. У него же там полтинник, нужно еще на колдснэп, но
Можно ему скормить мангос. Будете ли пробовать? Пошел Cold Snap. Есть ЕМПшка. Манга опять же скормлена. Торнадо залетает. Макарец без маны. Пауэркворкеру слишком много нужно здесь. Удара одного не хватает. Убила Альберта дровка параллельно. Не только они с этим расправились, с Фениксом. А еще и с Тайдом в том числе. Но на миде отправили Эмбера пешком регениться на базу бежать. Здесь Баунти. Баунти команданта контролит. Все у него великолепно. Не так, как у Ракузана, который за эту баунти погибает. Кстати, команданта, похоже, тоже пострадает от забора этой руны. Щиточек можно было бы снять. Торнадо! Можно было бы снять торнадо! Ох, если бы он сейчас заденаился об крипов, это, конечно, было бы фиаско, на самом деле, а нет торнадо. Ну ладно. Все получилось. Потрачен минимум. Ману лишнюю не слили. Баунти, конечно, отдали. Хотя бы лича забрали. Урна, наверное, какой-нибудь инвокер уже летит. Или фейзы. Да, ну фейзы. Не еще не совсем полная, но... близок к этому панда. По крипам его оркворкер обгоняет в миде. Чего стоило ожидать. Но инвокер в игру вступает немножечко... попозже. Они оба еще не совсем готовы прям куда-то врываться воевать. Но инвокер в том плане демонстрирует себя, раскрывает скорее в беготне по линиям, чем в ранней стадии. Магнуса бьют. Магнуса не добивают. И на развороте он не против та еще и подраться, в принципе. Стик есть у Рубика. Макарец не умирает. Подбрасывает под вышку, получает лишний орех квоткит здесь. Будет через секундочку шоквейв. Полечу, только лишний по фантомке. Да, Рубик умер. Умер, причем в итоге ни за что, как получилось. Насти попытались агрессию какую-то показать. Дровка разворачивается. Мультишот, Лил Шреддер. Куда делся Феникс? Скажите мне просто, где этот герой? Тайтхантер. Будет телекинез через секунду по нему. Альберт едва ли отсюда куда-то уйдет. Там уже и бодиблок Ракузан показывал, что может. Асти 4-0-0 на дровке на 7-й минуте. Крипов может быть и не так много. Может быть их ровное количество с Тайтхантером. Но зато по фарму. По фарму героев вражеских. Вырывается вперед Макарец. Погибает от Оркворкера, который, кстати говоря, действительно щит прокачал на единичку. Понимая, что есть инвокер, который может его снимать мгновенно, будет качаться через фисты. Уже это сделал. Топ-2 Нетворс, топ-3 Фантомка. Только лишь дрова, которая 4-0 идет со счетом. Опережает всех. Магнус уже с эмпауэром там с 4 уровня. Потихонечку эту линию расфармливает. Пришел сюда инвокер. Попытаются что-нибудь да сделать. Например, на фантомку напасть. И это очень даже возможно. Но если торнадо будет правильным. Ой, а Магнус-то за эту ошибку инвокера сейчас как поплатится. Ой-ой-ой-ой-ой. Перспектива была огромная. Попасть торнадо по двоим. Пойти до ТРП. Там заехал бы ЕМП по двоим опять же. Еще немного, и оба героя бы погибли, но в итоге получилось крайне досадно. Фантомка на фрифарме, по сути. Нетворс у трех коров там одинаковый. Макарец совсем не живет. Еще и Эмбер здесь тоже. Тут как тут. Оркворкер моменты не упускает, с саппортами хлипенькими, которых там... чуть ли не с пары фистов убивает фуловых. Панда. Причинили его. 6-го нету Феникса. Телепорты еще и за спину. Здесь Макарец. Можно поднять Декаденса. А, есть ультимейт Снэпфайр. Например, вот так сойдет. Окей. Пытается через Ремнант и Эмбер сражаться дальше. Есть телекинез. Нет маны особо у инвокера, но здесь уже и дровка. Да, это провальное нападение. Тут подфидели.
А Сти оказывается в нужном месте в нужное время. А, ну с талончиком, конечно, уже пора было перетянуться в лес. Подфармить, я так понимаю, эншентов, да, далеко не в последний раз. Тут еще и фраг вот такой вот подвернулся комфортный. РП прожимается по фантомке. Она отблинковывается обратно. Нет, она блинкуется вперед и дерется против Асти. Асти, который, прошу прощения, почти убивает. Есть торнадо, есть дагер, тут даже феникс. И еще новый лечом дать. Давай, 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 через секундочку. А, замахивается он. Синистер Гейс, который у него сбился колдснэпом, сразу не убил эту гидровку. Ой, один в один размен. Как бы и хороший для Даркос, но то, что дровку не добили, это немножко не хватило. Чуть-чуть правильнее все нажать. Панда. Не попадаю чайнами по нему. Ну и дальше, соответственно, никто не пойдет. Попали, можно было бы и рейвейджнуть, в принципе, не постесняться. Инвокера там взорвать не настолько сложно. 900 здоровья максимального. Снэпфайр с кулдауном ультимейта. Телепортик будет? Будет, если что, да. Сможет на мид подключиться опять. Продемонстрировать, как Мортимер скисы сработают. Есть Магнус, но он без РП. То есть можно сказать, что Магнуса особо здесь нет. В качестве такого шоквейвера он, конечно, присутствует, но это не серьезно. Дровка продолжает расфармливаться. С талончиком на эншентах. Полнейшее раздолье. Да, тут, в принципе, охотничьи угодья Асти, они не ограничиваются только лишь тройкой. Но здесь фарм самый-самый сочный, самый регулярный. Никто ему не мешает. Единственное, что фантомка уже перегнала. А это у нее еще БФа нет. А БФ-то будет. И Квоткид планирует разгоняться только сильнее и сильнее. Уровень у него выше, чем у Асти. Деньги действительно проще приходят. Фантомочка будет занозой. Даже не то, что занозой. Она будет настоящим бревном и, знаете, даже не в глазу. Так скажем. Эмбер Спирит против Инвокера. Эмбер с дабл дэмэджем. Панда отпрыгивает назад. Есть рэвэдж в случае чего, но не после ЕМПшки. РП по двоим. Туда же Мортимер Скисес. Как же больно погибает Лич. Альберт еле живой. Эмбер добивает Инвокера. Может идти дальше. Рэвэдж жмется, но рэвэдж... Это было Трубика уже в свою очередь и позволяет отзабрать также Эмбера. Можно за декаденсом пойти, учитывая такой агрессивный полет здесь не в обратную сторону, а в нападательную. Минус 4. 4 в 2. Ровашка от Рубика филигранная. Более того, я думаю, он ее менять не станет. Подождет 2 минуты, будет Макарец еще один раз с Рэвиджем. На дровку напрыгивает Эмбер настолько самонадеянно. Хотя, в принципе, вместе с Фантомкой есть Снэпфайр, чтобы подсейвить. Еще один ремнант заходит сюда. Асти, пара ударов по нему необходимо. Хватает урона, чтобы это сделать. Пара Кузану, Чайник и Макарец, к сожалению, тоже ничего не сможет сделать. Втроем погибли. Не ожидали, что сюда 5 героев перетянутся сразу же после тимфайта. А так вот оно произошло, Даркос не теряют времени. Оркворкер должен быть подцеплен инвокером. Есть шоквейв, но нет торнадо, и ремнант тоже в наличии. О, он попал, причем я так понял, и он почти добил, но почти это не добил. Вышку на центральной линии наконец-то допушивают и показывают в целом, что будет происходить со строениями в дальнейшем. Вот она дровка, она с Драгонлэнсом, рейндж у нее огромный. Она под Алакрити стоит и расстреливает.
так, РПХу можно еще раз скомбинировать с ультимейтом Snapfire, это все очень неплохо работало. Подсетапить, например, опять же инвокером. Но вардов здесь какое-то бесчисленное количество, да, пропадает уже через 5 секунд. Вот есть еще один на тройке. По-моему, здесь только что сняли или нет, но вот еще обсервер. Эту карту стараются контролировать максимально. Даркос есть, кстати, Тайдхантер с блинком с Рэйвэджем. Альберт готов ворваться в любой момент. У Оркворкера только один ремнант. Подраться, тем не менее, можно. Есть Супернова. Прыгает Рэйвэдж. Давайте прямо сейчас. По троим получается это сделать. Рубику Рэйвэдж не отдали. Прекрасно. Выживает Эмбер. Может возвращаться. Альберт. Альберта проблемы. Чайник. Чайник распрыгался. По Асти. По Гейфу. По Асти. Ракузан погибает. А дальше? Эмбер. Если кого цеплять, умирает команданте. Оркворкер. Руну забрал и умер за это. Нет, все еще живет. Эмбер ушел, но драка так или иначе закончилась провально для Даркос. Вроде бы Рэвэдж был. Вроде он даже ультимейт Снэпфайр сбил, если я правильно понял. Но как-то потом координации не хватило, либо не хватило урона. Просто без Эмбера фантомки в драке не было, к сожалению. Да, вот фантомки. Вот не хватило фантомки. С ней было бы по-другому, у нее были другие важные дела. Тем не менее, добил себе квадки Battle Fury. Дезолятор вслед за ним. Ну, появится, не прямо сейчас, но рано или поздно будет. БФ, тайминг уже, в принципе, неплохой. Оркворкера взорвали, а я не смотрю. Бывает же такое. Если чем остановить дальше. Не стали пытаться. РП на Магнусе 50. Можно просто побить вышку. Более того, можно ее разрушить. Дровка 220 урона под Алакрити. Это мы еще не говорим про ее скорость атаки. 220 под Алакрити под эмпауэром. Нет, секундочку. 210 даже просто под эмпауэром. Ой, там было, видно, совсем много. Да, 220, но больше скорости таким. Ладно, Макарец чайник отбросил. Кстати, чайник продолжает скакать еще один раз по декаденцию, и, возможно, погибнет Феникс. Так и происходит, залетает Оркворкер на дровку, но она готова сражаться. Акилев, Сайленс по двоим, минус Лич. Альберт без Рэвэджа будет неизбежно погибать. И ремнанта у Эмбера нет. Есть даже Вижен на дровку, но нет ремнанта, нет погони. Фантом отсюда спасается, но минус 3 на ровном месте фактически были оформлены блейдсами. Рубик. Видит Оркворкера. У него ремнант откэдэшился. Взять уже тяжело. Через РП всегда можно было бы это сделать. Но РП нужно сначала выдать. Феникс. Видит всех, может засетапить под блинк Тайдхантера ситуацию. Оркворкер уже бежит, нападает. Рэвэдж по двум персонажам, туда же Супернова, цепляется Фортнайтмен, тут уже пришла Фантомка и разбирается со всеми возможными вопросами. Да, если у кого-то были вопросы к Фантомке, она готова переговорить. Эмбер Спирит. Какой наглый влет. Хотя ничего ему не мешает. До дезолятора 1000. Есть инвокер, у него будет Мидас. Это не очень много, конечно, на 19-й минуте. Это не Спирит Весел. Это Мидасик, но как-то артефакты себе когда-нибудь нужно будет набирать тоже. О, есть Рубик с линзой, это не слабо, кстати. Как цеплятор основной. И в смоке они с Ракузаном и с Пандой вместе. Набегает вперед Снэпфайр, замакшенный Скиттербласт. Печенечка в 2, но этого стана должно быть достаточно, если команда рядом. Ну, там идет пуш тир 2 вышки. Дровка в это время находится в позиции далекой и безопасной, хотя здесь стоит вард.
И Сентрик до него... Он прям краешком не достает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая невезуха. Там надровку пропинговали, но она к своей команде подтягивается. На самом-то деле... Подтягивается к своей команде. Асти, ну и вышку тут разрушить вообще не проблема уже с ним. Разменять, например, на тир-1 в миде, который уже давно нет. Ха. На нижнюю тир-2 никто не позарился. Так, тут столкнутся сейчас вообще-то герои. Орк-воркер. На ремнанте Фортнайтмена. Если Магнуса подцепить и не позволить ему хороший РП нажать, то драка, в принципе, уже выиграна. Фортнайтмен. Чуть-чуть еще фантомка с ним. Ну все, дальше погоня. Дальше уже не драка, дальше просто погоня и потенциальное избиение. Прячут здесь в Shadow амулет. Дровку, но это совсем ненадолго. И Асти погибает, и Альберт продолжает. Телепорт не сбил, да. Инвокера Реведжем не дотянулся. Ну, помимо Реведжа, конечно, очень правильно здесь выступили Даркос. Поймали этот момент, что необходимо туда идти и можно принимать файт. Вот Магнусу нельзя подставляться первым. Магнус это должен быть рояль в кустах, который прыгнет, который заэрпэшит или въедет заэрпэшит. И как-то раздадите свой прокаст и прочее. А вот если он умирает, то, к сожалению, дальше у вас большие проблемы. Вот после РП Магнус может фронтлейнить, пожалуйста. Но не с самого старта драки. Эмбера хотелось бы подловить, но тяжело это сделать. В смоке Фортнайтмен. Нет у него блинка или что-то подобного. Аванпост. Переконтролирован обратно. Команданте, наверное, будет погибать, хотя ничего подобного, тут команда у него на подходе. И он не настолько прям хлипок. Ну и команда действительно здесь. В пятером бегают, Эмбер Спирит в это время фармит, Фантомка в это время тоже где-то каких-то крипов подбивает, 11500 нетворса перегоняет дровку уже солидно достаточно на 2. Ну, чем дальше, чем глубже в лес, тем дровке совсем не легче. Против агонимного, особенно Эмбера, у которого 5 ремнантов будет. На Рошана заход. Более того, Рошан уже погиб, пока я успел обратить на это внимание. Так, очень интересно. Асти с Аегисом. Ну вот оно давление, которое должно происходить. Вот они Рубик с Магнусом. Магнус без блинка, но подцепить кого-нибудь можно. Только не Альберта. Хотя 5 секунд дэвиджа кулдаун еще был. Макарец с ремнантами. Дровка будет пушить вышку. Инвокер. Попытался подцепить фантомку. У него это совсем не получилось. Драка как бы сейчас не разделилась на две части. Это очень на руку Эмберу, в случае чего. Декаданс улетает под щиточком. Масти продолжает пушить вышку. Реведж гениальный по четырем персонажам. Фортнайтмен погибает, так и не нажав РПху. И сбивают контроль от дровку. А Эмбер Спирит занимается всеми остальными. Подстопил инвокера Юлом. Все еще чейны. Все еще несколько ударов. Инвокер погибает. Дровку после Аегиса успели уже убить второй раз. Да, отсюда убегает Рубик на ремнантах. Но это совершенно ничего не знает, не значит. Как-то поверили в себя после Рошана, на самом деле напрасно. Вот так вот прямо в лобовую идти и ломиться, оно того не стоит. Да, вот оно и минус тир 2 в ответ. Кстати, здесь вышка только наполовину упала.
6000 по деньгам, 25-я минута, будут баунти руны скоро, еще пока нет. Как-то нужно пересобраться. Если тимфайты будут должным образом происходить, шансы хорошие у Блейдс все еще есть. Если инвокер будет промахиваться и дальше всеми торнадо, и Магнус умирает так и не нажав РП, тогда, ну, извините, парни. Просто, к сожалению, если ваши скиллы не достигают своей цели или не использованы в принципе, у вас большие проблемки. Макарец встретит Альберта. Рэвэдж не в кулдауне. Защитить себя он не может. Вот тут... разрыв. Разрыв. Тир 2 пойти добить бы, на самом деле, после такого. В принципе, похоже, что именно этим и займутся. Есть импауэр, есть алакрити на дровке под 300 урона. Даже под фростшилдом, на самом деле, урон не самый маленький. Эмбера. Особенно здесь не поймать, не то чтобы кто-то хоть пытался это делать. Просто пробежать от тир 2, заняться виженом, профармить вражеский лес... и как-то потихонечку, возможно, где-то выйти на драку, но желательно, конечно, одного героя опять, одного-двух подцепить, 5 на 5 крайне тяжело приходится здесь. Эмберу 400 до Аганима, а вот остальные уже бегут. Есть просветка, минус Ракузан, Макарец, на нем прямо стоит Вардик, поэтому не проблема совсем фантомке здесь прыгнуть и добить второго саппорта. Рошана еще много. Без Аегиса Асти, не будем забывать, он погибал дважды. БКБшка ранняя, в принципе, может помочь. К сожалению, совсем не против фантомки, но хотя бы если до Реведжа успеть на реакции нажать. Или же когда в тебя Эмбер влетает, тогда шансы неплохие еще. Хоть сколько-либо, но пострелять в тимфайте. Так, с дезолятором, вышка падает с молниеносной скоростью, под Владмером от Тайтхантера. Есть также Эмбер с Аганимом из Арканруной. Ну, Аркан закончится, но Аганим все-таки есть. 20 уровень, 35% уклонения от Блюр. Это 85% эвейжена. Дровка МКБ будет в лучшем случае через сколько? Через 1005 получается, да? Как пробивать 85% эвейжена? Которая тебя рубит с критами по 700. Или больше даже, по 1000, возможно. Ну вот, вот ПВП как бы кора в двух. Шансы были, шансов ноль. Инвокер беднейший, инвокер вообще нон-фактором в этой игре потихонечку становится. Макарец. Сгиб. Да вроде у инвокера даже нетворс не такой маленький. Пятый, да, он там на полторашку отстает от Эмбера, но Мидас и все, и больше ничего. Аганим будет появляться только к 30-й минуте. Дай бог, чтобы он к 30-й был, да. Проблемы. Не реализован здесь инвокер. От панды. Есть Башер также на Квадкиде. Ой, пытается сплитить, конечно, Снэпфайр, но это не тот герой, который особо много в таком ключе делает. Вся остальная команда зажата на базе, только лишь пятерка бегает и что-то зарабатывает. Ситуация очень плачевная складывается для Блейдс. Даркос зажимает все сильнее и сильнее с каждой минутой. Опять же, могут продолжить просто фрифармить всю карту. На 30-й, например, собрать 4 баунти, забрать оба леса, дождаться Рошана. И с Рошанчиком следующим уже идти заканчивать. Еще и Orb of Destruction для фантомки. Какая жесть. Там талант на 15-м, я так понимаю.
А, нет, он на 20-м, он на уклонение. Да-да-да, сори. Перепутал. Забегает Квоткид, но передумал. Все-таки Магнуса встретить лицом, получить РПшку, быть увезенным и расстрелянным Снэпфайр через ультимейт — это не самый приятный момент. Разревилился здесь Лич, понимает, в чем дело. Отправляют вперед фантомочку. По аванпосту одному распределились на 30-й. За баунти Рубик там мог столкнуться с Эмбером, но Эмбер побоялся и правильно этого сделал. Правильно сделал. Видел на варде здесь всю команду на подходе. Панда пытается сплитить. Аганим себе хотя бы дофармил уже. Ну, может, в файте что-нибудь и наколдует. Ракузан умер, я так полагаю, там то ли с ваншота, то ли с пары ударов от под ДД фантомочки. До Рошана 2.45. Это не скоро еще. А вот Макарец был подцеплен Оркворкером, и едва ли его отсюда Эмбер будет отпускать в живых. Уже на Рошана пингуют. Уже время, если не заходить на него, то хотя бы начать контролировать. Ну, заходить не получится, он все-таки отсутствует. Но вот в скором времени. Это может быть хорошей отправной точкой, хорошим сигналом пойти и заканчивать игру. Напоминаю, что у нас все еще на экранах первая серия сегодняшнего дня игрового. Все еще Blades против Darkus, но это вы и сами увидеть можете. Последняя карта между этими двумя командами, победитель которой выйдет противостоять победителю второй пары, которая играла на стриме под номером 2. Играла или все еще играет? Честно говоря, не могу вам подсказать на этот счет. Я думаю, вы знаете лучше меня. Расклад. Там были АГС против Гули, если я правильно помню. Вот это вот я точно могу проверить. Пока действительно ничего не происходит особенно интересного на карте. Да. Параллельно Гулс АГС. Гоним. На фантомочке вместе с Майнбрейкером. Кстати, предпочел Майнбрейкер себе взять, а не Orb of Destruction. Ну, я мог предположить такое, да, в принципе. Вполне возможно. Рейндж блинка позволяет на Ракузана прыгнуть. Почти ваншотнул. Вот не хватило, сколько, 400? Ну, в следующий раз будет. На 25-м, может быть, когда этот увеличится процент крита. Панда. Ну, бегает, сплитит, время оттягивает. Ведут себя спокойно команды до появления Рошана. Но это сулит нам какую-то драку на Рошане грандиозную, я должен полагать. Понимают, что панда где-то здесь, пингуют на него. Побегут ли это? Вряд ли. Рошан контролится с обоих сторон. Чуть-чуть панда раньше времени дал. Есть скан от Дайр, промахивается он по инвокеру. Так, а тут понимают, что Рошан уже должен быть. Так или иначе, и в смоке начинают забегать. Какие-то РПшные чудеса хотят здесь произойти. Проблема в том, что Рошан, он уже успеет упасть. Если не забежать прямо сейчас, там Тайтхантер Альберт.